И на этом будем выводить. Всем привет! Сегодня у нас очередной матч в нижней сетке плей-офф турнира Чака. И сегодня мы боремся против команды в тонусе. Надеюсь, что мы будем в тонусе и сможем победить, потому что рандом я вот размялась бы полное говнище. Это вот я specially for you, YouTube, подрубила запись, чтобы вы завтра посмотрели. User, in your channel started recording. Сегодня, конечно, вот, чтобы вы завтра посмотрели наш матч. Я надеюсь, что мы, конечно, победим и пройдем дальше, но пока что рандом меня с утра нагнул. Ну, как с утра. Я специально тренила не с утра, а днем, плюс-минус, чтобы к 17 часам приближенно было. Вот, и пока что меня рандом жестко нагнул. Надеюсь, User, in your channel нормально все будет. Вот, все. Запускаем уже запись сейчас и пойдем играть. А так, с чего начинать будем вообще? В целом. В общем, так, и целом. Все, я тоже старт рекординг. Че, с кого-нибудь 2-6-0? Так, ну ты 2-6-0. Хори и Цент. Добро. Три танка. А я на дно сыграю. Всем по чуть-чуть. Я на дно чисто сыграю. Ты так вот это прописал. 2-6-0, Хори и Цент. Будем с такого начинать. Я поставлю Цента тогда. А на Центе у меня нет сборки с копами, но я думаю, она там нахуй не нужна. Проверьте там реплей, мало ли. Галочка слетела. Да, это важно. Нет, записывать бои все, все хорошо. Все хорошо. Блин, ребят, у меня... Я не понимаю, как работает... Может, я... Ну, объясните тупому человеку, да? Я не понимаю, как работает рейтинг вот этот, да? Я вчера отыграла сессию на 10 с лишним тысяч рейтинга. У меня до этого было вот где-то 9300 или что-то такое после плохой сессии. И у меня пишет, что типа ваш рейтинг 7500... Минус 1600 рейтинга. Как это работает, если я, у меня было 9300, а я сыграла сессию с рейтингом выше? Как это работает? Как работает этот рейтинг? Как он рассчитывается? Почему, ребят, рейтинг стабильный, а у меня от 7 до 9000 скачет? Куда его? Колыван, привет. Мак, привет. Всем здорово, ребятки. Всем привет. Ну вот я никак не могу понять, почему он так скачет. Там... 5 минут готовности уже. Почему-то у меня 4 минуты. И в прошлый раз тоже такое было. Мне как будто на минуту часы спешат. Я сегодня что-то пиздец волнуюсь опять. Такое сразу чувство неприятное. Еще отстойно поиграла. Теперь это будет морально на меня давить. Этот отстойный отыгрыш. Ребят, буду все сворачивать, чтобы ничего не видеть вообще. Ну, кроме тимспика. Так что, без обид. Пошли на КС тогда. Ничего не хочу. Чтоб цен был под ваша. Давай, да-да-да. Поставлю. Чё-то просто Сильк сказал. Хори 2-6-0 лицент. Я поставила. А, что-то по вчерашнему просто, видимо. Ой. Забыл, что мы немного подкорректировали. Ужас. Так, все, я у вас уже сверну, ребят. То уже. Какой-то мандраж не хочу. Спасибо всем, кто желает удачи. Я уже сижу как колдебик, хотя только начало турнира. Я уже сижу с задранной ногой. Нормально не могу сидеть. Сейчас еще когда буду играть, буду вот так вот. Носом в микрофон тыкать. Выглядывать за угол. И все такое. А вот представляете, кто-то же реально вот тимспики, типа потом прослушивает записи реплей, просматривает. Это же ебанись. Работёнка. Подозреваю, что это инсайт этим занимается.
Ну, а может, просматривают реплейчики только когда какие-то прецеденты есть. Вот этого я не знаю. Да, теперь сердечки быстро прожимают, потому что баллы можно за сердечки получить. Там сейчас уже будет бой, все, я вас сворачиваю. У меня заболел живот. Классика! Алена и ее панические атаки. Атаческие паники! У меня началась атаческая паника. Все, ребят. Через минуту уже буквально едем. Давайте так же, как в прошлый раз. Там жестко координируемся. Там инфу даем, кто куда смотрит, кто стреляет, кто КД. Надо победки пытаться, да. И на победке. Живите до конца. Живите до конца, старайтесь. Живите. Если проседаетесь, не рискуйте. Как-то... Жизнь не одна, как Бузова говорила. Потому что... Кайфуйте. Победки нужны. А будет сложно тащить. Потому что танки не такие сильные. Ну и с такими танками можно тащить, все нормально. Одна минута. А у меня ровно 17 уже. Талин, там проверил, у тебя вторая сборка нормально там? Копы? Все есть? Да, да, на Кайске. Все, супер-супер. Да. На Центриона я, по-моему, не ставила купы. Не знаю, надо ли. Надо ли. Да потом решим, посмотрим по ситуации. Сейчас пока КС, когда бей. Ой. Сейчас будут какие-нибудь городские карты, где я нихера не могу сделать. Я очень неаккуратно сегодня играла. Я надеюсь, я не заразилась этим. Я ужасно играла. Как всегда, ладошки потеют, холодные. Пальцы деревянные. Там уже стартуем! Я вот что-то не хочу попадаться против Дифа. Я не знаю, на чем они играют. То есть, кто на чем играет. Я не смотрела их трения, я просто замечаю. Но я не хочу против них попадаться. Блин, так и подумал про эту карту. Много свертежей. Это хорошо для нас. Я почему-то про студяночки подумала. Но они не выпали, слава богу. Карта быстрая, как всегда бывает. Но слушай, ну тут свертежей дофига, по идее. Они должны жестко нас отыметь. Две арты. Так, ну что, го налево мы с тобой сели? Ну, мы с тобой, да, налево. Алё, я центр отстреляю. Ты можешь отстрелять, да. Потом еще вправо упаш. По ситуации, если нам нужна будет помощь, то лети к нам. Если нам нужна будет помощь, мы тебе скажем. Может, они будут агрессивно играть. Там 26 ТП просто. Блин, может быть, надо было здесь копы играть. Поставить. У нас нет сильных танков таких, чтобы они не боялись. Вместо стабилизатора. Карта-то такая. У нас ТРВ, отъебись. Брат, я поворачиваю вот сюда, ты разворачиваешь меня. Упоротый. По раскатке. Ну, с нами вазик только один едет. У нас ФВ на центр, да. Да. Плохо, по раскатке. Нельзя будет агрессивно играть. Сент, он едет, кстати. Там гриль еще тоже. Как же я не попал? Арта, когда какая-то... У них медленные 4 тяжа. Блин, может, какая-то убьет. Я чувак без гусли, ты меня толкаешь, там бедолага несчастный. Парень, ну похуй не убивает. У нас вазик на воду падает. Я пока просто зацелил. Две арты КД. Чел проезжает. Я дал ему каток, можешь дать? Надо отсюда уебывать, ребят. Плохо. Вот реально, когда КСТРВ. Здесь нереально, просто арта душит, ничего не сделаешь. Я пробую в голову дать сейчас. Ну такой, мы, наверное, с двух сторон можем его пилить. Да, он подставляет очень сильно. А, он на меня смотрит. Будешь давать ему? Не, 4 секунды. Что ТП проезжает? Он когда забрал. Там и слева никого нет. ШТП один проехал. Так, ну сверху здесь никто не будет.
Я хочу его добрать. Я встал верхнего, зацелил. Окей. Вообще не летит пока. Хотела добрать Сента, тут КДМ. Невозможно. Сента бы только так и забрать. КДш это пониже. Да, я хотела его забрать, но не попало. Сотый выкатился. КДА и сотый на фугас. Хорошо. И там гриль подъехал. Я тут как хуйня играю пока. Гриль КДМ. Ты, блин, Ален, у них типа это ЛТХи нету. Угу. Окей. Поехала в свою сторону разыгрывать. Вообще, у меня ноль урона. У ребят уже есть урон. Еще не светился гриль. Лео, стерва, вазик. Мне сложно, например, против стервы. Я не смогу ее... Не, нормально бывает. Ну, я баху убили. Ей 2 КДМ. Слушай, ну мяса много здесь. Очень много. Возможно, Лео, ты нам нужна будешь здесь. Ты не можешь где-то встать, чтобы стреливать? Да я вот стояла там. Сейчас перекачу, посмотрю. Ты нам, скорее всего, здесь нужна. Угу. Слышь, Хитилька, ты можешь справа поиграть? А вот это против Яги? Я после выстрела там, да, свечусь. Вот на полке я выстрелила. Сейчас фотка, я посмотри, если ничего не уеду. А с вазиками нажимать. Там один фугас. Ноль урона. А Смит забирает, нас Смит забрали. Я боюсь, что могут просто запушить. Сейчас, я понял. Сейчас. Почекаю себя. Они не получили желательно. На горку не забрали, а мне да. Не, Яга не смотрит. Можешь слева играть так же. Яга даже не чекает. Я пока бесполезно стою, просто счет 3-1. А нет, нас не забрали. Арта минус 1, арта 2 КД. 2 арты КД. Так, я сейчас почекаю сотку. Коляк откатывает обратно, с виночкой. Сотки нету, сотка не чекает. Меня Вася убирает. А, не, все нормально. Я дал каток, что ТП дальнему. Понял. Если что. Он стоит на катке пока. Я просто туда-сюда катаюсь. Сотку убираю. Хорошо. Нам нужно будет с тобой что ТП, походу. Я, наверное, упаду его, слышишь? Я упаду. 7 секунд. Секунду. Да, я понял. Я поехал с ним туда. Я тебе помогу, что там было. Там верхнего, хоть я верхнего дам. Хорошо. До него поехал. Давай. Я просто с нулем катаюсь. Я пока просто с нулем катаюсь. Надо мне где-то подсобирать урон. Секунда. Я зафарил, я зафарил. Давай, я не знаю. Он его заберет. Надо Ягу убивать нам с тобой. Поехали Ягу убивать. Он выезжает. Да, я вижу. Он КД, поехали. Я тебе не мешаю? Нет. Алёне, надо лететь быстрее. Мы можем не успеть. Не, мы успеем. Ты, Алёна, можешь вообще лететь вот так вот, наверное, за артой прям, не? Да, я так и еду. А потом после арты убивать право. А мы сразу свернем направо. Прям пытайся, только мало, не умри, это. Смотри, вот тут уже танк может быть. Вот. Поэтому смотри там. Сама. Так, немного поставляет, цент меня засветил. Вон арта есть. Арта убегает. Хорошо. Еще одна. На КД, на КД, на КД. Вот это 261. Я добью. Я попробую дать 261. Там леопард с полочки, я пока сныкаюсь. Я дал 261. Пойдет. Чел на сосредовом приехал. Да, там чел вернулся. Ну, мне надо дальше играть. Попробовать что-то по новому пашу там танки фуловы. У меня парк сидит. Отдал ему. Я дальше полечу. Блять, ну это пиздец. Буду поджимать их. Давай. Их вариков нет. Арта КД опять. Не встал тигр. Давай, подкатывай. Чел выходит агрессивно. Добро. Хорош. Лена, играть быстрее. Ты очень долго стоишь на одном месте. Где ты успеешь? По Берту. Да, ты на КД. Хорош. Поехали.
Я тут не смогла даже поиграть. Центр не дала тычку. Не знаю, куда улетела. Потом поехала только на фланг. Говорят, подкати к нам сюда. Ты здесь будешь нужна. Я приехала, я там нахуй не нужна. О, классика. Ладно. Первый бой полное говнище. Это очень плохой бой. Нормально, ребят, хороший бой. КС-ке. Разогревочный хороший. Ждет победка хотя бы. Ребята, молодцы, хорошо накидали. Такого боя у меня даже сегодня еще не было говняного. Просто негде сыграть. Блин, это несчастная кисточка у меня. Что дали, нормально? Угу. Не расстроилась? Не, не, просто мне негде было толком поиграть в этой катке. Нормально все. Я надеюсь, следующий будет получше. Все, забываем. Выдыхаем. Сервер меня успокаивает! Сервер меня успокаивает! Сервер! 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 Как есть, так есть. Сервер! Просто максимум. Концентрируемся на следующей катке, все. Потому что у нас танки сложные. Эта карта, кстати, была неплохая для этой тачанки, для КС-ки. Ну, играть сложно. Я на гору еду, но не знаю, там две ТВПшки, бачат очень жестко. Два тяжа всего. Да, тяжа Яга. Яга на банан поедет, скорее всего. Может быть, ФВХК тоже на банан. Я гору еду. Там пытаться... Ну нет, думаю, наверное, я один банан должен играть. Ну да, я один. Смысла много. Я думаю, просто сейчас не будем мне на гору ехать, мне на ЖД. Кажется, надо ЖД мне ехать. Особенно если у нас ЛТ поедут. 5 стех. Имейте в виду. На горе тогда осторожно будь, если не будешь одна. Угу. То есть у нас 3 стехи. У них я 5. Сейчас посмотрю, сколько поедет вообще на гору. У них 5, у них на 2 стэшки больше. И у них еще барабаны. Мне веду, там типа не сдохнет. Мне заедь глубь, чтобы умереть. Все, максимально концентрируйся, давай инфу по горе. Если что, спрашивай. Я не могу все время контролить. Ну, блядь, катаются. Отзывка. Один я подъезжаю наверх. Сейчас попробую дать ебан. Хорош. Бат приезжает. Я банан не смотрю. Я не уверена, что здесь вообще надо где-то ехать. Найс. Там еще поставляется цепочек на РХМ. Угу. Так, одного челика точно уже нету. На горе это бачат. Да. Должен скоро Ягич подъехать еще. Я пока не разыгрываю ни хуам, потому что нас слишком мало. Я жду... Что там, ЕБРчик? Я немножко подожму банан. Я сейчас вот сюда подъеду. Я потом ЕБР еще. Ничего не хочет здесь чекать. Так, ну да. У нас тут ТВПшечка едет. Кто еще мы пушим, мы пушим, мы пушим, мы пушим, мы пушим, мы пушим здесь. Пушим. Скорее всего, тут быстрее будет. Я сейчас в гору попробую помочь. Да, давай, помогай. Да какой без урона, блядь? Справа. Хорошо. Тут у нас тяж на горе. Он будет его поковырять. Ты хочешь? На горе. Угу. У меня леопард КД. РХМчик стоит на центре карты. Вижу. Да, я его не вижу. Яга на ЖД. Ну я, получается, я буду. Я тут пока не особо агрессивно играю. Но я без союзников не могу здесь агрессировать, они что-то вообще уезжают. ПВХ КД. Бля, как же она наглеет, это просто ужас. Ты не можешь ее как-то? Не, я не вижу. Там леопарда поставляется еще. У меня очень херово, тут союзники вообще никак не играют. Уже я пробую тебе в ТП сейчас дать. Как без урона ты дала, вообще не понимаю. Так, там Фош уже уехал, я еду, короче, на ТП-шку, потому что здесь уже... Я тоже еду. Мы тут начинаем месить, типа. Да, пока да. Сейчас меня Фош, меня Фош, меня. Я понимаю, мне надо вперед ехать. Мы зацелим, да, вперед заезжай. Да, если проезжать дальше, мы зацелим. Дай. Мы немножко душим.
Живи, наваливай тоже. Ри, надо будет уезжать, скорее всего, все равно. Он будет давить тебя. Нет, блин, я только дам РХ ему. Я должен. Я РХ ему дал. Я забрал. Хорош. Убиваешь? Все, убиваю. Да, да, и Паша сразу ей тоже убивай. Едь на ягу, да. Я еду. Блять. И я тут промахнулся. Давай. Тебе еще Паша надо убивать. Обязательно. Обязательно Паша, потому что он на КД. Он еще секунд, наверное, 20 максимум. Кажется, он меньше уже на КД. Надо пытаться ему в спину заезжать. Прям пылесосить надо. Он куда-то вниз, что ли, поехал? Мог уехать сюда, да. Я бы еду за ним, это пипец тут. Мне надо было просто в лоб в него ехать и все. Вот так вот быстрее было, зачем разращиться. Ты же даешь ему уехать. Я просто туда как раз развернута была. Там еще леопард с КПД, да? Леопард немножко с КПД. А ты, кстати, успеваешь? Разверни сразу, разворачивайся уже обратно. На горку. Да, все, разворачивайся. Может прям даже на иксе его кушать, прям вот. Просто едь в него. Кажется, он сейчас на тебя как раз выбежит. Это будет хорошо. Он вот здесь от ебятки бежит. Хорош. Я не дам больше. Дальше поехал вниз. На капу сейчас выйдет. От арты не убежит. Я на иксике не догнала. Ну, этот бой получше. Пойдет победка хотя бы. Угу. Очень хреново. Да, чел расфарм на ФВХе. Слишком агрессивно играл. Первый бой. Так, все. Про него пока забили. Я надеюсь, я бой на 6К как-нибудь там. Как на трене сегодня. Ну, хоть что-то дала здесь, хоть что-то, куда ни шло, пойдет. Вот, и сразу рейтинг, видите, 7900, было 9300. Вот один плохой бой, и рейтинг скакнул. Я просто не, ну, тупая пизда, я не понимаю, как это работает. Я не понимаю, как это работает. Плохо. Ух ты, класс. Не люблю, когда висит какое-то уведомление. Эту кисточку мне вообще надо отсюда убрать нахрен. Готовы? Нормально? Я да. Ну все, погнали. Третий бой. Победка есть, хорошо. Я все еще жду нормально. Руднички должны быть, потому что что-то мне кажется, вот рудники по-любому должны быть. Такая одна из самых говяных для 10 уровня. Она вчера выпадала. Может, сегодня не будет. Я на трене уже на рудничках поиграла. О, разминировал. Твой сыр. Ну, для меня карты что-то... Можно будет. Не особо пока. Я копы возьму. Ничего, Ля, не переживай. Твои карты еще будут. 7 тяжей. Половина команды тяжей. Но они, блин, нормальные. Нет вообще такой танк, который расфармить можно было легко. 2-6-0. Всех пробития есть. Ну, 2-6-0 пробития, кстати, хорошие. Альфовые, ДПМные, какие хочешь. И 113-й так себе тянет. Неприятные. И у нас, в принципе, тоже нет таких. Ну, кроме Синки. Ты будешь под нас? Я попробую какой-то перекат. Я бы хотел, наверное, под нас взлететь. Типа нет ПТ-шек, которые там могут лететь туда. Смотрю, попробовать там посмотреть. Я буду сверху на мосту. Просто меня могут выпихнуть оттуда слишком много. Это тяжелее. Тоже могут, да. Тут я, наверное, нихера даже не подсвечу так себе. 277 и проебала возможность выстрелить. Он сразу летит, походу. Да там сейчас чел на 277 встанет все. Он первее занял. Мне просто будет мешать, или я ему.
пока никто не светится больше. И такой одну чел точку пушит. Успела дать. У нас челы запушили. Ну, остальные... можем их поджать, но это, знаешь, может такое. Да я придется, походу. Я пока здесь останусь. Там я челы что-то прям совсем. Так. Слушай, ну тут реально без шансов, тут надо прям поджимать. Да, уже 3 кх видим. Турбач, челики наши просто в нулище их поджали. 4 кх уже у меня показывает плюсом. И начинают фармить, я поехал тоже пробовать. ТВП. Других вариантов нет. Бля. Да гребаный стрел. Господи, Покается? Да, да, да. Я не могу его повернуть, он не дает. Ой, я там даже стольный. Какой вышел бы, я дал? 4 он КД. Сверху 2-6-0 поджал. Я здесь остался, я буду их типа целить. У них УВНов нормально не хватает. Еще хори здесь, враги. Я и не дала, я на мне. Ваш ноль выходит. Я целю хули. Он уезжает вообще не то, что он. Тут мега сложно, я поехал дальше. Давай. Вариантов нет. Пробовали дать 2-0, он уезжает. ТВП-хи дам. Каток ему дал. Че по ТВП-хи? Надо быстрее фармить у нас прям. Да, мы... не очень все. Я заберу ТВП-ху, наверное. Отлично. Что-то хорик КД, хорик КД. Не попало у него. Доберу. Чё, отлично, надо еще труп выбрать. Я в хоре, да. Я, может быть, тараном. Забрал таран. Надо быстрее лететь, турбач. Бля, тут очень неудобно, когда столько тяжей на маленькой карте, на маленькой местности. Просто у тебя 8 тяжей, плюс ПТ-ки, вот просто тут квадраты стоят. Возможно, не проехать ничего. Ну, дядя, ну хули ты делаешь? Слушай, ну тут да, еще турбач. ФХ где-то есть. Но еще, может, что успеем. Сам меня подвернул. Там ФФ есть, гриль с ХП. Надо быстрее прям вообще, бля. Мне тут 7 развернул. Красавчик. Сам меня врезался, сам развернул. Ну, так нормально, забей. О, стоит красавчик. Крылечек тоже стоит. Крылечка забери. Да. Серва справа уходит, надо, наверное, вперед ехать. Надо в этого прям врезаться. Угу. В серву надо кому-то. Пробуй это. Я думаю, тут 8-7 ее поджал. Там еще арта есть. Цель нам ежены. Доберу фраг хотя бы. Давай, это отлично. Вообще ужасные бои. Ну, бляха, это было сложно. Да это трубач, ребят. Нигде не подсосало ничего. Победили. Победили, хотя бы рили. 8 тяжей? Или сколько там, или 7, я уже не помню. 7, по-моему. Но суть в том, что... Я, может, должна была... Просто турбач, да. Ну, блин, зелень пытаться такая, пройти. Квадратная драка, и все. Но пока я стояла, бы там нет сожрали, местности, и уже где можно другой... еще подраться. С все приезжают, два квадрата, и все. Я хуй знаю. Блин, наши еще на морозе играть. Просто взяли. Просто вообще нет урона. Просто нет урона, нет возможности его где-то дать. Вы еще не знаешь, бывает, поджимают, начинают сосать. Такого это... не было сейчас. Я ошиблась, когда я сказала, что на тренировке меня выебали. Не повезло, ребят, бывает. Меня здесь выебали, не на тренировке. Уже 2 боя. На тренировке я хотя бы там... У меня самый хуёвый бой был 1700 или 1800 урона на трене. Когда я получила... От бабахи я там хотя бы 2000 блайндами еще нанесла дополнительно к тому, что я настреляла. А тут просто первый бой на косарь, потом на 1300. Я не знаю, где насосать урон на таких картах. Они просто нигде не едут, в одной точке засейвились, все сидят. И можно было пробовать спину, но я побоялась, что они все в меня развернутся. Да плюс там, пока я переехала, перетянулась. Чё, вы готовы? Да. I'm ready. Нормально все? Конечно. Угу. Ты, Серёга, готов?
пока что-то как-то все быстро, даже нету это. Надо какой-то бой просто такой долгий, чтобы поиграться можно, постреляться. Чтобы подсобраться чуть. Чё-то пока такси. Сложная карта. Три ЛТ еще. Угу. Боже, я опять на этой карте. На... В прошлый раз мне... Я предлагаю три ЛТ-хи, Алёне, вот сюда подъехать, отстреливать. Да-да-да. Вот. Мы также будем ехать, тоже что-нибудь, может, стреляем, поедем забрать позиции. Надо еще посмотреть, поедут ли наши. Я на всякий случай беру, на всякий случай, ребят, я реально буду брать, не знаю, надо ли. И думаю, может, на всякий копы взять или не надо? Нет. Да вдруг ЛТ-шки помрут. Я, конечно, светить не поеду, но обычно взяла стоп. На прошлый я взяла, потому что подумала, что там... Да. Да, один не поехал. Когда Алене лучше их наверное, на зелень? Бляха, ну да. Не уверена, что мы там что-то... Три ЛТ-хи не одна, серьезно. Не, ну он по идее может... Ебр разбился. Слышал. Спортивное поведение скинул, как говорится. Бля, ну это не прикольно, конечно, когда так. Сейчас у нас гриль отлетит, кстати. Не попала в броню. Надо ебру пробовать давать. Да блять. Я не попал в броню ему. Я тоже. Офигенный танк, да? Чела 0 брони у танка. Мы по попаданию даем. Ладно. Так, у нас скорости достаточно. Пиздец, ребят, я не могу попасть в ЛТ, который тут стоит. Смешная тема. Все, инфу главное, давайте. Сотка поджала. Алена, ты по идее можешь сотку или ебра отстреливать с базы? Да я пытаюсь ебра. Вообще тычка по нему не залетает, какой-то ход. Мне нравится этот союзник. Мне очень сильно сотка нравится. Прям на внешке стоит. Сотку сейчас буду стрелять. Если буду, конечно, попадать. У нас тут поджимают. Блять, просто по ебру не могу дать урон. Нам тут прямо сейчас надо будет уехать. Подъехал. Прям очень все поджали. Пиздец, да, у меня не летит на по ебру. Слушай, надо мне 7-ку главное контролить там. Я буду эти пытаться. 28 вышел. Да, 28 уходит. Можешь давать его? Да, я могу, когда он расклешится. Наконец-то первая тычка зашла. 28 КД, помогаем вам. Хорошо. Найс. 7 давай я сейчас 7-ка. 7-ка, 7-ка выходит, 7-ка выходит. 7 секунд. Все, она не выходит, не выходит, не выходит, нормально. Хорошо, все, контроль мне, если что, я не всегда контроль, вижу. Все. На жопе все нормально. Я не брал, я вести стреляю. Я в семку выйду. Хорошо, давай. Там семку закатили, я вышел. Нет, хорошо, откатывай, я сейчас ей тоже дам. Отойди, я дам. Можно брать. Е4. Я 4 закатил, закатил. Он вас стоит, он стоит. Он КД. Я в Леона, я в Леона выйду. Хорошо. Леона сейчас заберу. 268 если что, контролит тебя. Имею в виду, 268 тебя контролит. Алён, уезди сюда. Нет. Нам нужно сейчас, здесь, нам нужно здесь выиграть, нам нужно здесь выиграть. Нам нужно здесь выиграть как-то. Иначе Вазик в упоре, 62-ка уже. Я сейчас убью. Я толканул 268. Он когда проезжай. Приезжаю. Я Е4-го выйду. Я не дал ему. 4 на меня, но я от него получу. Ой, блядь, я выстрелил не вовремя. Найс, Е4 КДМ. Еще где-то конь есть. Я еду в 28-го типа. Он КД 28 КД. Я сейчас въезжаю. Его убьют. Тогда я в сотку поехал. А вот и конь в поле. Да, конь в поле. Прям надо сотку. У меня здесь две ЛТшки, я убью одного, но второго не смогу, ребят. Надо коня, надо убить этого человека. Ты убьешь? Альфа пошла. Там леопард. Леопард здесь стоит. Леопард здесь стоит. Да. Я без боеукладки. Просто Алён максимум делает и так. Хорошо.
Я дал коню, он конь КД. Выходи от меня, выходи от меня, выходи от меня. Не пробила броню ЕБР, сори. Просто пиздец по ЕБРу. У меня стрельба по ЕБРу, конечно, уёбищная, но то, что я не пробила ему в упоре броню, это вообще, конечно, кринж. Я не пробил? Да. Борт? Бывает. Охренеть. Я сейчас ебра в упоре в борт не пробила, и он меня из-за того. Она чтобы леопард ехал, убивал арту. Они сейчас вдвоем на захват, скорее всего, будут вставать. А я думаю, что все лучше сделать, поехать на базу или... Леопард должен за артой был сгонять. Взять просто на леопарда и давай нам никакую, если что. Окей. Он под артой был, арта оглушку ему давала, сейчас от КД-шнеца. Он поехал, наверное, арту резать. Слушай, давай я, наверное, с ним поеду. Давай. ЕБР очень наглый, он может прикатить прямо в город сюда. Я, наверное, останусь, что я полечу сбивать. Если вдруг база начнется. Других вариантов я не вижу. Мне надо было ебра до этого убить. Просто ебр кадешился. Блин, у нас на дома не поломано. И 62-ка не кадешилась, а вот ебр вот здесь. Бля, слушай, его бы убить как-то. Леопард едет. Найс, он убил. Его арта, скорее всего, бахнет. Лети, короче, лети, просто вырезай арту. Арта кадешится, арта стоит вот здесь. Ваш спир уже переехал туда. Охренеть. Мы 2-3. Может, я тебя подожду, типа, вдвоем с тобой сыграем здесь на базе, вдруг микропарт сюда приехал. Похуй. Может, лучше через нашу базу сыграем? Зачистим арту, если что. Давай. Я просто, ну, мы там. А что мы там сделаем? У них арта. Ну, я могу так убить. Говорит, ты точно уехал. Только 21-й угнал. Да ничего, он тут может быть спокойно в низинке стоит под леопардом. Главное, чтобы потом времени хватило арту зарезать. 9 минут. А, 9 минут. Ну это понятно, что 9 Мы минут. Должны. Алён, можешь сейчас сесть на свою трубку посмотреть, там сейчас есть что-то по-моему суметь? Может, вообще там у нас на базе остался. Ну тут на базе все, конечно, переломано, но я не вижу, чтобы что-то где-то двигалось и так далее. Один угол домика поломан, вот это вот интересно. Я вот что думаю, через красную или так? Да лети так, лети так. Давай лети так. Лети так, я сейчас все прикрою. Мне кажется, он может в этих кустах стоять. Вряд ли. Я думаю, он отъехал. По крайней мере, пока леопард. Если бы и стояла, и лично я стояла бы вот здесь. Он где-то, я думаю, сюда перетягивался, чтобы ебра своего цели, понимаешь, как минимум. Все, я полетел. Не свечусь. У меня шиза, мне показалось, что труп Вадька двинулся. Будто у него кто-то въехал. Но это шиза, ребят. Я думаю, чтобы он сзади не был сейчас. Это потный чувак. Я засветился. Да, он сзади. Блять, я так и знал. Арта здесь, арта у нас! Блять, я так и знал, что он сзади будет. У тебя еще одна арта. Угу. А может это не шиза была, и он реально труп Васька двинул? Хорошо. Если бы я убила евро, проблем было бы гораздо меньше, но я не убила евро. У меня просто крит без урона, броня не пробита. Блять, когда эту хуету пофиксят, реально? Когда эту хуету пофиксят? Мы угадали, что мы хотя бы сюда поехали. Вот он. Бля, я его сделал. Да, ошибка небольшая произошла, но у тебя труп есть. Я есть труп, поэтому нормально. Он КД. Едет дальше. Ошибка. Я в забор попал. Да. Подъезжай, ближе, подъезжай, подъезжай, подъезжай. Да, я еду. Что, что со звуком? Сейчас, я все там.
Как же не прет. Он тоже кадешнулся. Бля, это пиздец. Ваншотный теперь для него. Я не могу на это смотреть. Это просто пиздец. Я не могу на это смотреть. Откатывайся от него, не держи его, Светик. Съедет, значит, слева. Он может назад отъехать и из-за кустов дать. Да, давай выдохнем сейчас, да, чуть выдохнем. Пиздец. Просто выдохнем. Просто чуть-чуть выдохнем. Короче, не, мы хорошо сыграли. Что-то нормально. В конце вам немного интриги завез, типа, чтобы там такие сидели. Давай, давай, чуть-чуть выдохнем. Что ты понимал? Я сейчас выключила почти звук и закрыла глаза. Чтоб не увидеть это. Хороший ли он, хорошо там на базе заходил. Там типа не все шотные были. Ну, у меня проблема в том, что я выцелила ебра, он меня не засветил, я по нему дала тычку, и куда-то в колесо улетело, опять броня не пробита. Я не, нормально. Думаю, боже. Идет, доиграли хотя бы. Если бы я лучше по нему стреляла, то было бы норм. Хороший телек, нормально. Не, ну в конце ты меня очень сильно испугал. Что тебе там помешало, опять? Заборчик какой-то? Короче, мешал? Там какой-то домик был. Я стреляю, мне в дом летает. То есть там, ну, 20%, наверное, на танке было. Но все равно улетает у меня в дом. И еще был мемный выстрел, какой-то рикошет. Я не знаю. Я вот с вот этого офигела. И он такой в землю тоже, сренька. Нормально, ребят, контента завел. Блин, я, короче, не знаю, в ТС ужасно играю. Я ехал даже с Нолежской. Я такой думаю, блядь, он... Да, он в спине, он в спине, да, ты сказал. Да, ты сказал. Ну вот, блядь, это пиздец. И чел сразу задницу. Но мы угадали, что мы поехали сюда. Тут две арты было. Это было, в принципе, логично, потому что ехать через базу к ним там такое все. ГВЕ просто уже успела сюда приехать. А я еще такая сижу? Да, конечно. Я поворачивала камеру, и мне показалось, что двинулся труп. Но, он настолько микроскопически двинулся, что я подумала, что у меня шиза. Я просто, ну, если бы я смотрела в этот момент на труп, я бы сказала. А так я просто, понимаешь, камеру поворачиваю, и мне, думаю, показалось, что труп двинулся. Но он, возможно, это ГВЕ проезжал куда-то и чуть-чуть задел, хрен знает. Потому что арта-то не там стояла в итоге. Арта выше стояла, я выстрел уже увидела, трассер откуда. Просто пиздец, еле переиграли это, господи. Я так хуёво по ебру стреляю, господи, я ненавижу стрелять по ебрам. Я ненавижу стрелять по ебрам. Агрессивно слишком сыграл, но потому что надо было выпушивать город, но вариантов не было. Типа я просто первым номером сыграл. Силик надамажил хотя бы. Да, мы охуенно сыграли. Там надо было просто перепушить город, потому что у нас вся жопа была на базе. Но это я ужасно решение, да. Стреляла. Но, особенно к сожалению, я... Да, к сожалению, я принял, да. Этот, принял это бы я, понятно, но... Этот... Да нет, тебе не проще принимать, чем тебе. Тебе проще альфу вливать. А мне принимать в таких моментах. Что у тебя, блин, пушечка-то поприятнее будет с альфой. Так, ну что, мы готовы? Да, выдохнули, все выдохнули. Все нормально, все готовы, знаешь, что дальше играть. Все нормально, победка есть, очередная. Так же, играем просто на победочку, да. Все нормально. Да, спокойно, победу там, все. Стараемся просто максимум делать на победу, потому что победки решают очень сильно. Я надеюсь, следующие бои будут у меня по настрелу хотя бы плюс-минус какая-то. Боже, какие два говнобоя было. Ужас.
Блять! А будут я карты нормальные? Быстро очень. Тоже. И дебабахи. Я в теории могу вообще сыграть зелень с Аленой, а ты где-то тут на пассиве будешь. Тут я же, хочу посудить. Тут же кустики, да? Да, я там кустики, можешь просто упашить. А я могу зелень поиграть чуть-чуть. Но это на победу будет хорошо, потому что здесь, наверное, будет тяжело. Как карта? Хотя конь там будет от борта. Неприятно. Очень осторожно, дебабахи. Просто поиграю зелень, если что, я просто вернусь, быстро перетянусь. Да, и у вас еще звук еще на крайняк. Тоже просто. Да, имей в виду просто. Я пассивно буду сыграть. Окей. Главное инфу нам давай, чтобы я успел перетянуться, если вдруг, если что. У нас ебр, видишь, где? Так, ушки там, ушки там. Давай здесь поагрессивнее с ебром, со всей этой шелупонью. Поагрессивнее играю. Дал тычку. И бабаха тоже там. Поагрессивнее играю. Хорошо, найс. Пробую забрать, не уверен. Арта КД. Забрал. Арта стоит вот здесь. Я вернусь, играй здесь. Играй здесь, я вернусь на центр, вон арта. Все, осторожно, играй, минотавр твой. Имею в виду, что еще бабаха может остаться. Я чуть-чуть вернусь на центр. Ибра подзабрали, хорошо. У них ушки там. Семку у них прокатывает, по первому закатывает. Да. Я подкатываю сейчас. Они будут выпушивать, значит. Семка могут так играет. Да. Я коня, наверное, заберу. Я буду сейчас фармить. Я начинаю фармить семку. Давай, давай. Даю семку. Тихонечку фармирую. Пробую, может, поджечь. Бабаха вторая в городе. Поджег, она сразу потушилась. ТВП-ха здесь. У тебя получается Е4 максимум может быть вот тут вот. Поэтому тебе нужно будет Минотавра зафармить. Е4 тут, все, у тебя один Минотавр, у тебя один Минотавр. Аккуратненько. Арта у меня здесь, я сейчас ее попробую забрать. Минотавра пока не светится. Минус один у ТВП-хи. Давай. А вот и Минотаврик. Минотаврик не садим. 4 по первому ходит. 4 подожди, левый, 4 выйду. Окей. Оу, вы только посмотрите на этот донат. Я буду играть агрессивнее. Надо, спасибо, надо играть. Поддержку. По бабахе я не знаю, по инфе, что она тут, как она тут. Не все сжаты. Блядь, да ты заебал. Давай КПЗ в расфарме вдвоем. Так, надо играть быстрее. Надо быстрее Алене забирать. У нас все, вот. Я забрал, да, все, надо быстрее. Нормально, Алена там Минтавр туда фармишь. Давай, мы с тобой город. Прям поагрессивнее надо. Нереально что-то забрать. Он в углу в самом вжался. Старайся, старайся, старайся. И к вам туда еду. Я дал дождь самому. 430 КД. Я ему могу дать вперед, да, он. Я подержу его, подержу тебя. Блять, я как-то упал. Нормально, еще едет 400, я 400 тебе заберу, наверное. Окей, я потому что снова даю. Держу, но меня выписывает. Вань, надо было давать. Все, он твой. Нет. Бля, не. 500. Не успела забрать. На 26 минут тебе едет, на тебе едет. Хорош. Опять турбач такой, пофиг, ничего страшного, победа, турбач, посрать. Не успела забрать, победа. Я пока стала это в осадку. Это что-то важное. Стала их в осадку. Вы здесь отлично сыграли. У меня там какой-то посос, блядь, арту не забрала, одну только забрала. Чувствую себя 45% долбоёбом. У которого руки из жопы с вот такими результатами играть, это пиздец. 5 боев на КС-ке, у меня, наверное, 2400 средухи. Я сейчас не обратила внимания, сколько я быстренько тыкнула, чтобы... Недолго с Минотавром? Кажется, очень долго. Где я должна была успевать еще по... Он там за трупом арты засейвился. Про жопы. У
Мне было ему не заехать куда-то в борта или в жопу, только так стоять. Танцевать вокруг него. Ну тут хуёво, что вообще. Арту от первой не зафармила, они все там были, только ебра постреляла и в этого. Ну чё, готовы? Да. Поехали. Блять. Даже 2400 нету, какой пиздец. Плачь, плачь, танцуй, танцуй, беги от меня. Можно нормальную карту, пожалуйста? Ой, карта очень хорошая. Будь я на центе, я бы сказала так же. 21 в игноре у них. Так, значит, будет душить. Какой-то взвод леопардов там. Их ухры. Ну, не знаю, ты смотри, можешь это... ЛТ-ху откидать нашу. Либо же с нами сразу ехать. Смотри по ситуации. Если он поедет вниз, можешь ЛТ-ху откидать. Блин, по двумя артами халувчик сейчас. Угу. Так, а что ты будешь делать по итогу? Я сразу. Она с Алтани едет. Ты сюда, да? Алтани едет, я сюда куда-нибудь. Да, я там. А ты, Алена, кто? Ну, я либо вот сюда прожимать опасно, мне кажется. Не-не, ладно, нет, ты просто зажмешься. Угу. Ты приедь вот сюда, вот просто дай тычку тем, кто будет прокатывать, там он. Бэшка какая-нибудь захочет приехать. Или прожет вообще. Слева есть сироп подъехать. Она свишел, ты они. Никто не поехал, да, слева да, никто не играет. Окей. Поляк на базе. Окей. Да. Ну, мы уже вкинули на 300. Вот Project приезжает. Хорошо. Я пока цель прожил. И пятого нашел. И пятый КД. Если что. Арта минус один. По прямой стоит. Очень опасно тут играть. Арта еще одна КД. Арта вторая вот тут где-то. Тут мега сложно будет, имейте в виду. Много толков. На скайк поехал, на скайк нашел другой. Приехал челик на сотку сверху. Сотка КД. Блин, я поляк к вам поехал, мой поляк к вам поехал. Сотка КД. Я прожит, смотрю, пока что не могу. Окей. У меня просто тут еще демочки нету. ТБхи тут всякие периодически выходят. СБХ выходит для себя. Нормально, и вкинули. Ситуация печальная. Да, пока что не очень все круто, согласен. По стволам ливаем, по хп не так сильно пока что. Сложно просто дамажить их. Роджик справа вышел. Я теперь могу играть. Готов. Арта. Где-то здесь мантикора там уже походу один. Катается. А, сотка у них. Там и пятый поехал. Да, сейчас ему скинуться. Хорошо. Немножко. Сотка КД, СТБХ КД. Бля, они дальше едут, да? Очень сложно. У ВНов нет, сложно стреляться с ними. Бэшка еще подъехала. Короче, здесь где-то уже ЛТ вот светит. Откатывайся, наверное, назад на кимпу, вот сюда становись. Сейчас ЛТ светит, да я отсвечусь, и силика будешь меня.
Я там всегда от куста играю, но надо сейчас катить, пока манта не успела присветить второй вон раз. Вон манта, вон она. Угу. Я перманентик ставила. У меня гробная... А, все, не держу. Могу выйти фаша забрать, надо. Не, у меня сотка. Я откатываюсь по тебе, Ален. Конь КД. Короче, еще мантикора мне душит сзади. ФВ едет на мантикору. Сейчас ее сгонит. Мы, наверное, здесь будем их принимать уже. Леопард уже там. Подаем, я встанем. ТП на центре карты, если что. ЖТП на сотка, центре карты. Сотка, сотка. Я свожусь. А, забрали. Я тоже откатываюсь. Зацель тоже сотку, сотку зацель. Там, возможно, кто-то за ним еще будет. У нас поражение, нужно максимум очков, я уезжаю. Алена, твоя задача будет уехать отсюда. Силика разменяешь и уезжаешь. Зацель меня, я еще хочу дальше назад ехать. Что с тобой забрать? Просто вливай урон куда-нибудь. Не обязательно фокус по одному танку. Кого больше, то больше поставляет, того mm-hmm. лупаш. И потом уезжает. Обязательно ехать надо будет. Они сзади будут заезжать. Mm-hmm. Возможно, фош на меня будет сейчас выходить. Сосвяжите, пожалуйста. И пятый меня сменит. И пятый, я свожусь на него. Ох, дави пятого. Фош 4 секунды. Козлина. Все, уезжает туда, если что. Сейчас. Надо... скоростной режим бахнуть. Слушай, чел на ШТП фуловый катается, бля. Не арта душит. Сука, не зря в игноре уебище. Просто тупо по мне лупашит. Гандон ёбан. Ну тут уже не уедешь, мне на горку. Все, наверное, не уедешь, уже не уедешь. Да. Сейчас я хочу в угол проскочить. Давай, 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 давай. Ты леопарду дашь. Тычку. Что-то ПКД был. Все, здесь включай режим, включай, включай. Фор заряжен, кажется. Леопард шотный, если что. Угу, да он у меня. Заберешь стоит его? Две секунды. Доедет за что-то. Хорь выш. Там еще поляк ехал. Какая полика зацелила. Сори, я тут не забрала. Хуёвая очень идет игра. Слив на 10к очей, на 9 даже к очей. У меня нет урона толком. Плохо по отстрелу полетела по леопарду, сейчас землю ушла тычка. Да, поддушили нас, конечно, жестко. Бои говно. Не знаю, как такое разыгрывать. 5 перестояло 100%. Мало очень очков. Да, да, есть такое. Я просто... Нет, на кемпе, смотри, на кемпе у меня правая часть не подставляется с этой позиции. Если я хочу разменять силика, мне надо стоять там у куста, и я не могу правую часть, которая остается конь и так далее, фармить. Потом мне кто там был? СТБ, которому я дала тычку. Конюк рит без урона, когда он уже поехал. И вот фош и... Там просто в этом моменте нужно было, типа... Там не видно эту часть. Решить, что тебе нужно уезжать уже, все, бросать все, ехать на кусты, нулевую линию, и все. Еще бы оттуда настрелял. Просто в моменте ты должна сама это принять решение. Как-то, когда ты увидишь, что тебе надо уже уезжать. Ты все уезжаешь и еще оттуда накидываешь. Че, меня бы оттуда разменяло. Чуть раньше надо было уехать. Ладно, похуй. Сегодня у меня какая-то игра Рокала, так что не знаю, не идет вообще. После этого боя попробую поменять на цента, плюс-минус там у меня будет, если что, один бой. Я могу уже 8 на центе откатать, а 7 на кэске, не знаю. У меня и на кэске, и на центе ни на чем не шло. Вчера на кэске лучше было, чем на центе, я, наверное, вчера. Днем, когда катала на кэске, 3 700. Да, ребята, уступились, бывает. Ничего, у нас еще впереди катки есть. Да, давайте, переводите. Выдыхаем. Дух. Вдыхаем, выдыхаем.
Привычка вдох, такая, чатик почитать, и сидишь уже и думаешь, блин, надо чатик почитать. А чатики я читать не буду, вы там спойлерите счет. Я и так думаю, что мы скорее проиграем, конечно, потому что у меня вообще кстати, вопрос, не мы игра, этим штапом будем сколько докатывать? Типа 8 боев? Я 2-6-0 буду 8 каток играть. Ну я КС-ку сейчас 7 откатаю, тоже. А потом ну, я Хори тоже хочу 8, я на фаше не очень хочу. Ну пусть сама смотрит. Я сначала откатаю 7, потом откатаю 7 Центриона, а 8 уже посмотрю, что возьму. Добро. Не, ну цен получше будет. Угу. Хотя бы УН есть. Да тут есть хорошая, ну неплохая точность, но что-то вообще не летит. Такие, блядь, стычки. Ну чё, всё? Готовы? Да. Так точно, командир. Скорее, там серый не готов. Ну, поехали тогда. Блин, вот арты куча целая. Истех много. Две арты барабанные. Я направо на дирижабль поеду. Я вот здесь вот пока. Я вот думаю, не есть смысла направо его. Слева поиграть. Ну, смотри, в теории, типа, ты можешь мне одного там оставить, дирижабль там. У меня чиф, у меня будет экран еще. Мы там, скорее всего, не проиграем. А ты типа первую, вторую можешь выиграть. Там тяжело будет это. 58 думаю, просто да, зафрусят там... в ноль. Давай пока, короче, справа попробуем. Мы посмотрим, еще перееду. Я думала, он на СЛТ спит. Он так поехал, просто поздно. Я вот думал, вот эту вот нулевую линию занять, или там чиф станет. И там удобно будет, что там чиф станет. Я просто думал, типа, чтобы их запустить сюда, не светиться там просто. Ну, можно так, кстати, сделать. Там чиф, скорее всего, станет, он не даст им проехать. Кстати, он едет прям туда. Так, алтехи подставляются. Тэшечки можно попробовать тут. Видно алтеху. Бля, я купил сыну. Да, замок никто не поехал, это проблемка небольшая. Прожит Лоджик. Он так чисто уехал уже. Сейчас Хэвик зачем-то умирает. Да что он делает? Ну 2-6-0. Да, но у меня проблемы с ЛТшки, просто не едут. Ну периодически поставляется. Цель его. Справа семка, смотри. Ой, здесь 60-й выходит. Его со взводной. Имею в виду, может дать, широко стоишь. Никол Т, скорее всего, стал где-то на горочке. Справа я зацелил. Справа прожик, справа прожик. Не вижу, мне рле. Кого он стреляет? Там же никого нету не его видно. Больше. Боже, как же он... Капец, как его ваншот. Ну он изначально как клоун сыграл, было очевидно, что там что-то не то с ним. Блин, сложно играть. Потому что военов нет. Будем пытаться как-то закидывать. Охуел, еще оттуда кидаешь, блять. Вот тут стоит прям в кусту ЛТ, вот. Хорошо. ЛТшка прям наверху в кусту стоит. Четверка выходит, я... четверка КД. Я отъехал, я сел. Окей. Еще вот это тут бабаха еще вышла. Бабаха стоит зацелена сюда. Да боже, блять, блайнд! Рока где-то здесь. Четверка прям агрессивно стоит. Мне просто блайнды, пиздец, прилетают. Арта станет. Четверка КД. Бабаха сюда КД. Нормально, тут много танков. В принципе, не зря сюда поехал. Вот как можно четверка КД сыграть? Да, в этом бабаха раздает.
Она скоро их всех похоронит, я так скажу. Надо что-то нам как-то агрессивнее играть. Хорошо. Еще подъеду сейчас. Я тоже сейчас буду подъезжать, четверка КД. У меня ноль света, меня тестол-то пересвечивает по КД. Я не знаю, где вот он сейчас. Ну не умирай там. ХП нет. Я пробую. Стараюсь тут играть как-то. Что-то дать. Блять, ну опять чел, тычка не остался. Зашла. Просто трэш, не пиздец. Еще бабаха не светилась. Но она, походу, у нас на восьмом не стоит. Так, там я через 5 секунд заберу четверку. БЗ в поле, БЗ в поле, БЗ в поле. Я разворачиваюсь на него. Бабаха не светилась, грин не светился. Деревья наломаны. Значит, там стоят по-любому. Я просто ничего не могу сделать, понимаете? Пробовали начать пылесосить. Вон она. Пока что проблема в том, что сложно успеть. Леопарда видно. Я БЗ даю. Алё, смотри, БЗ по тебе подставляется, может тоже дать. Да, у тебя надо душить. Сука. Нормально. Я пробую себе леопарда дать. Я тоже леопарда. Да, леопарда. Подсвет, нет? Подсвет будет? А, он не спался. Не попал в броню. А я тоже не попал в броню. Бля, ебры заебали, их невозможно пробить. Просто хуевая стрельба. Ну хотя бы. Реально не смешно. Под тебя, да, под тебя. На фулл сводке. Уезжает сейчас под тебя 100%. Да, он подо мной, просто я на фулл сводке даю катки без давай, урона. Давай. Пробуй фраг разбивать. Бля, я не могу с этого боя, сорян, это просто пизда какая-то. Похуй, сейчас на берешь, нормально будет. Бля. Ой. Забей. Победка хотя бы уже неплохо. Я походу, когда посмотрю на свой средний рунд сегодня. То там ничего не поменяется, правильно? Ну нет, это будет худший средний он у меня. Рун. Он у меня. Ага. Где-то здесь Ален. Сможем картина шеи. Секунду. Блин, базу захватили. Ну, короче, вот здесь был возле шты. Ах, пиздец. Я не хочу, я знаю, сколько там примерно. Я не хочу даже смотреть. Это такая пизда, ребят. Стрельба. У меня не лучшая стрельба. Я об этом знаю. У меня там плохой выстрел по леопарду был. Я ненавижу цели ТБРов. Я не могу на них... я не могу в них стрелять адекватно. Вообще у меня полная... Ужасная стрельба по ЕБРам. Я в курсе насчет этого. Но чтобы, блядь, столько раз не попасть в гриля, я понимаю, что я не скилловик какой-то, поставь у которого идеальная стрельба. Давай. Вот. Но чтобы вот так вот промахиваться столько раз, мне кажется, это надо уметь. Надо там выбрать вентиль вот сюда. Сейчас, ребят. Ой, куда малышумку тыкаю? Сейчас доделаем быстренько. Вентиль сюда, чтобы немножко. И вот здесь у меня полевой. Разведку. Все. Поставила. Чтобы так, блядь, не попадать в гриля, это я не знаю, но... Что, ты готова? Да. Меня после того боя ничем не удивишь, так что... Не, надо подсобраться, типа, на центе. Прям жестко. Прям максимальная концентрация. Понимаешь, я сейчас стояла на горочке, на фулл-сводке, стреляла по грилю и по леопарду. И по леопарду я хуёво сама выстрелила, я случайно дернула рукой. Но по грилю я, короче, стреляла 4 раза, и я 4 раза не попала.
Я просто попала. Я... Нет, я три раза не попала, я один раз попала. Дала крит без урона по каткам. Ну, забей, не делай на этом поэтому, акцент. Ну... Не повезло, окей. У тебя сейчас вот... танк будет приятнее. Тут подсобраться приятнее. Такое, знаешь. У тебя танк знаешь... будет УВН. У тебя будет УВН, у тебя будет танк приятнее. Постреби. Да, постреби. Сейчас ты, лучше. По идее, должна разваливать. Надо прям вот максимально, сейчас можем вывести. 0.27 просто точность. Соберись и все. Все, 0.27 готовы? Точность, да? Mm-hmm. Точно. Ну, let's go. Let's go. Та-ра-та-ра-та-ра. Та-ра-ра-та-ра. Карты еще такие. Вроде как вот эта последняя хорошая была, но просто пиздец. Бать, вот хороший против нас. Вот-то хороший, а как его убивает опрос. Я на базе ставлю. Я предлагаю нам с тобой таких средних урона у меня... Вам соленый. Да, да. Или тебе. Кому ты предлагаешь? Я думаю, вам соленый туда лучше. Я потому что сюда собираюсь. Я как раз пока на центре постою. Короче, го реально го вместе налево поедем, просто mm-hmm. поиграем, а сиди пусть центр упашет. По идее, сотки у него вообще могут быть. Типа зэхай. Я потом еще нырну в деревню, помогу тебе. Ну, я на всякий случай посейву. Да, конечно. Да, конечно, посейву. Все, давай, поехали. На 12 делаем грязь. Надо бои какие-то хорошие сделать. Бои просто говно пока надо. Допейте, у нас сейчас были два хуёвых боя, сейчас хорошо пойдут. Победить надо. Знаете, оказывается, то, что я поиграл в рандоме, это еще мои нормальные катки были. Вот я говорила, что я перед трением хуёво поиграла. У меня прям супер говно бои были, так вот, это еще нормальные катки. Ну, это где она стояла? Она вот здесь стояла. Фига он. Может, проезжал? Это... Чего? Просто. Один на миллион шанс. И осветим. Все, играйте. Сделайте внимание. Во. Ладно, я не буду на него выставляться. Там что-то проехал. Что-то проехал. Арта КД. Очень хорошо, что он убил арту. Сотка в миду катается. Там, да. Я вот думаю, падать сверху. Или не падать туда дальше. Ты можешь центр сотка падает на нашу С4, я его разменю. Короче, оставайся здесь, если что, будешь поджимать дальше. Угу. Я пока что поеду на центр. Я на попробую воду соток помогать ему. А, блин, там вообще они сейчас сдохнут на сотках, я думаю. Так я и говорю, надо разменять. Они прям в него закатывают. Да, там еще по зэхам. Я чуть-чуть, может, что поколочу. Очень сложно мне здесь, правда. Подставляюсь под их полочку. В ЛТ. Смотри, я могу только пока ЛТ-ху и Е-сотого, поэтому убивай по зэху, если можешь. Я пока не могу. Теха уедет, я ее. Все, подъехал. Еду к обезаху душить. Хуёво выстрелила, боже, хуёво выстрелила. Что там у тебя, Лена? Тут один у меня только. Дальше прокатываю. Гриль на полке, гриль КД. Гриль удал. Супер. Он откатывает. Какие четвёртые подкатывают? Нам с тобой здесь будет играть. Есть еще инфа по ПТФам. Не надо как-то и сотовый закрыть. Еще ПТХ, вон еще ПТХ. Я ВЗ-ху вижу. ВЗ-ху дайте тычку, я дал, она да. Шотная. Может быть, Алена может ВЗ-ху убить. Ну и фармись, и фармишь, фармись. Фармлю. Окей, я по ЗЭ-ху сейчас буду фармить. Давай. Я ее фулл борт вижу. У тебя там еще гриль. Тебе нужно прям вот зафармить грилей эти. ПЗ-КД. Я дал ей. Блять. Берешь? Грили КД. Я поджимаю хорошо, дальше, у нас турбачик. Хорошо, конечно, есть. Пизданули. Арта КД. Един. Давай, чмошник, тут выставляется, он подставляется под меня. Хорош. Гриль подставляется. Хорош. Гриль подставляется, надо забрать. Леопард справа подставляется тоже.
Не уехали на телях. Да, они все там. Арта слева стоит. Слева прям в D1. Я правее беру. Сейчас пробую дойти. Надо быстрее лететь, еще пробовать зафармить, блять, у нас вообще нихера нету. Прям вот туда влетать, прям нырять. Я, наверное, буду прям танковать даже. Ну да. Спасибо огромное за поддержку. Я над головой, гляну. Там еще, смотри, справа челики. Хорошо. Чел справа, справа, справа можно тычку дать. Я дал. Концепты заберете? ТВП. Заберу. Нет. ТВП пушку. Алена, не тебе. Говорите. Просто покажи этим дяденькам, кто тут главный. Спасибо огромное. Дал. С урона дала. Попу забрать. Найс. Хорошо. Это спасибо большая. Огромное за поддержку. У нас тысяч. Плюс еще блайнд есть. Спасибо. Пойдет. Спасибо огромное за поддержку. Ну, не идет сегодня игра, ребят, сорян, что-то я не знаю. Я стараюсь играть, ну как, я стараюсь играть как обычно, играю на победу и на урон, но более аккуратно, чтобы меня не въебали сразу. Вот как сейчас мне два гриля просто пизданули, и пока я по одному стреляла, второй просто вышел и дал. Вот. Но у меня просто, ну, вообще не идет игра. От слова совсем. Только капец, три мясных тяжа было у них в центре. Просто вообще. Как же быстро. Вот это вот просто пиздец. Я даже не знаю, кто их вообще зафармил, потому что я четвертый 0 урона. Ну, типа 1300. Яги 1000. Нормально. Так, меняемся. Фух, бляха-муха. Че мы сейчас будем играть вообще? Я получается фаша буду. 8-7 и фаша. Короче, смотри, если не пойдет. Ну я скажу сразу. Сяду на фаша. Похер. Может, у меня пойдет, хер его знает. Просто такой танк, что типа там сложно понять. Ну понятно. Мне вообще. мне уже по средухе пиху еще. Я бы на нем тоже поиграла, но. С твоем не будем выдавать, то по-любому надо будет меняться. Let's go. Так. На нем в соло я норм катала на фаше, но во взводе мы даже не тестили. У нас, короче, проблема в том, что я не могу по ночам стримить по поводу трени. Спрашивали там ребята. Почему я днем в соло стримлю и тащу. Я что, готовы, не собрались? Могу по ночам. Да. Ну, поехали. Вот, а днем ребята не могут. Сервер комментирует. Буду ему танковать, он Турик, будет разваливать. Турик, Селик, Нехнахте и... 400 пробуем. Получается так, что у нас очень короткий трени по 2 часа. Нормально. Посмотри, у меня пиздец, карты будут. Ужасная средуха, прям нереально. Побить что-то выровнять. Да, блин, уже ж была. Мо хорош эту карту, не? Ну, была другой респ теперь уже, все. Это не считается. На этом не играли. Направо. С них бат можно заскочить. Еще на центре должна пощелкать немного. 4 танка, 4 стахи. Что-то по-любому полетит, наверное. Супер конь сложный, соточку распармить можно. Нет, смысла нет. Суперконь у них может стать на воду, да? Там если он проедет его... Нет. ПЗ можно на воду упасть, это шутка. Ебанется туда. Прикол. Пока даже не хочу светиться. Смотри, хоть там бат не светился, мог занять центр. Если он успел раньше нас доехать, то мог. Он мог. В теории. Арта какая-то КДМ. За домиком есть танк здесь. Вижу, проезжает.
Нас отдали правую часть. Я играю так, что на центре ничего нет. Нет, как будто бы. Левую. Пока что. Хори плохо. КД хори. КД хори. Вазик одну дал. Он пьяный на ходике. Что-то еще есть возле вазика? А, вон. Пока ничего. Верты промахнулись. Блин, фа по соточкам, по всяким по хэвикам еще. Я боюсь центра очень сильно. У нас чел поджимает, ты видишь? Хорика зашло от арты. На стай подъехал. Где 2 КД? Ужасная карта сейчас будет стоялова. Хори вышел. Хорош. Я сейчас буду, конечно, наглеть. Бляха-муха. А что еще мне делать? Хэви минус один. Окей. Это вот не даст поиграть. ПЗ на нас смотрит. Сукин сын. БК мне выбил. Хороший. Но мы, тут, тут не можем. Типа... Мид забирает. Мид забирает чела, стрельба мид. Я цель КПЗ еще поставил. Еще возможно Обязательно отстреливать центр, молодец. Хорошо. Хороший. Шотный, правда. Мы здесь не можем катить, потому что там челики на кемпе стоят. Минотавра дала блайн. Одна пуля, я сейчас дам КПЗ. Попробую дать. Чел выходит справа. Хэвик выходит тоже. Из эхо. У нас батик, наверное, где-то на подсвете, не Минотавр, а Бландик. Да, Алена, либо я сдох, в перманенте, пожалуйста. Слушай, мне Минотварь дает сейчас второй раз туда, куда я стою. Я не знаю, как я тут... Ну, быть, нет, не в перманче, нет, не в перманче. Я КД. Я засветилась только что, когда выстрелила. Слышишь, я поехал. У меня 35 секунд. Окей. Минотавра два раза дает туда, куда я стою. Просто будь готов. Ты можешь наверх заехать, если хочешь. На мою позицию. Мне это очень не нравится. Центр мне будет. Сука. Я не знаю, в чем прикол. Я думала, я в перманенте сначала, но я засветилась после того выстрела. Как она стреляет туда, где я стою? Это же нереально. На стриме задержка, это не может быть три снайпера. Какой-то чел супер просто везучий. Наглая. Супер везучий. Я зарядился. Салтик из зацелинг. Окей. Там периодически ошибается. Я не могу нормально разыгрывать, у меня хп нет. Все умные, я смотрю, стали. Ну, почти. Хэвик. Не простели. Хэвика. Хэвика минус 3. У него одна. Где-то бат светит. У меня 2 есть, могу катиться. У нас форш подкатывается еще. Не, он кдшится. У него еще секунд 10. Я тычку последнюю успеваю и ГБЛа. Короче, бат где-то стоит в центре на засвете. Угу. У нас фош вырывается. Я под него играю. Я за ним. Хорош. Дай зайка, я тут стану. Минус 3 у где-то у хэвика. Вон слева, осторожно. Да, минус один фош, откатывай, сейвс. Сейвс. А, давай еще засыплюсь. Вот и бат. То есть я сыве. А сверху вазик кушает. Какая-то хрень там была. Чел на... Потеет. Сейчас хэвик будет выходить. Можешь дать на задний, наверное. Да. Сейчас пробую. Фош, по-моему, расподожди. Чел выходит. Тебя только тайп целит. У меня еще 20 секунд. Я вижу. Он сейчас будет выходить. Иди на сотки, бляха. Но у нас все не так хорошо, прям совсем не так хорошо. Мы зажались, у нас чел умирает, но у нас проджик. Алена, можешь перетянуться к нам и забить хердом? Давай, сейчас пробуем. Просто по дальнику перетянуться. Угу. Вообще уедет на кемпу, вот так вот, и потом еще будешь кемпить через стэх, если они вдруг поедут. Здесь нельзя сейчас ошибаться. Здесь надо жить сейчас.
Тебе прям надо нам помочь здесь. У нас все плохо. Все, чел сдох, нам нужна помощь. Обязательно. На фугасах. Он на катке стоит. Он на катке стоит. Можешь обновить каток? Я дал ему. Не, я дал тычку. Там мне не залетело, обидно. Закадаешься? У меня еще одна есть. Ну, надо, наверное, КД. Куда мне лучше подъехать? Вот сюда подъезжай куда-то, будешь тут кемпить. Нас все не поедут, будешь разваливаться. Там где-то ближе к проджику подгоняй. Окей. Еще нужно будет потом уехать. Там все в говне. У нас тоже на фланге все в говне. Надо тащить. Надо тащить. И главное, если они поедут, потом размениваются. Чел толкает труп. Да. Вазик объезжает. Вазик прогов встретишь. Блин, неужели 710 не видит этого КПЗшника? Блять, мы выйти не можем, у нас ХП нету, да? У нас прога поехал, у нас прога поехал. Поехали, надо разменять, надо разменять как-то. Блять, надо убить его. А я целю. Хорош. Найс. Конь не смотрит. Конь КД вроде бы, конь КД. Да, давай. Да, я сажусь. Сразу назад. И я танканую, я танканул. КД. Я даю тычку, забирай. Да. Забей. Иди долбил. Да. Вот реально вазик выходит, аккуратней. Он меня так не видит, ну как видит, но из-за трупа а, не может. А ты можешь вот так вот сыграть, вот так вот проедь? Сейчас отсвечусь. Хорошо. Да, надо тебе уже играть ближе к центру. Да она может вообще вот так вот уже играть, слышишь? Да, давай так лучше. Да, давай так. У нас надо уже собраться, пацаны. Очень 750 далеко проехал. Что, можешь ли он так? Тебе надо быстрее, да, тебе надо на фарме там. Просто пытаться как-то вот подфармить типа, потому что я, возможно, не успею. Хотя, катка такая, слушай, еще не так все хорошо. Не, оно все хорошо, но именно для урона. Короче, 750 просто встал. Нормально. Он встал, здесь светит. Все, тебе нужно будет зацеливать как-то, давать тычки. Вот гриль, он куда-то едет вперед. Ага. Он потерял, он что-то представляется. Он поедет дальше, Не поедет. А, назад заднюю дает. Ты можешь как-то сблизиться? Сейчас попытаюсь. Только имей в виду, что он может стоять сверху. А, вот чего стоит. Я попробую еще забрать. Хорош. Я погнал дальше. Да, я поджимаю. Да, поджимай, короче, тебе нужно будет развалить. Тебе возьми левее, я правее. Будем за сторону считать. Угу. Будем разводить. Только не умри. Наша задача сейчас максимум нафармить на этих двух танках. Просто максимум. Он гриль. Глянь, видишь? Я дал грилю. С подковом спокойно, да. Гриль КД. Можешь ехать. Успеешь. Хорош. Еще того убьешь. Ты успеваешь того, не? И не успеешь. Не успеешь. Да пофиг. Давай слева, я справа. Без рунда. Хорош. Молодцы. Бой говно полное. Сервак, здесь не пуганчил, красавчик. Там я играю в 2К. Обидно, типа 600 хп у него было как раз под мою альфу. Просто кринж, блядь. Ой. В 2К, ребят, игрок 2К перед вами. Больше как там, не рабыня перед вами, а игрок в 2К, блядь. Ааа, боже. Не смотрела никогда великолепный век. Но нарезок хорош. Сервак молодец. У меня пиздец. Просто пиздец, средуха. Хочется так закрыть нахуй и не смотреть. Супер не идет.
получаю по мордасам по КД. Главное, что мы выиграли, потому что там было в моменте все плохо. Я думаю, мы близки к тому, чтобы проебать. У них КЗ 20 что-то подзалил. Они, понимаешь, мы поджимаем, у нас как бы и сзади союзники, но по итогу они убивают наших задних, и мы все остаемся в этой херне. И у нас нет прикрытия. Это хорошо, потом приехал еще Project сзади стоял. Хотя бы хоть немного что-то разменял. Ну, вернее, разменял бы, если бы не вкатили. Фух, так, ну чё... Готовы? Да. Лопаш. Да, да. Точно готово? Максимум? Не отвлекаешься, ничего? В боях нет, даже чат не смотрел. Ну все, все, поехали. Поехали. Ой. Да все нормально, Лёва. Концентрируйся дальше. Да. Все нормально. В 2300 играешь. Занимайся. Да, Лопаш, можешь. Занимайся. Лопаш просто все хорошо. Сложно, блин. Три бабахи. Угу. Бояться надо. Ну я центр поеду сразу откидывать, может что прокатит. Три тяжа всего. Плюс-минус убиваемых. Я, наверное, буду куда потом вот лучше? Сюда подкатывать, я хз. Чтобы этот фланг играть. Но сначала что-то страшно туда катить. Много стех. Ну смотри, куда ты хочешь ехать сейчас? Ты можешь поставить в тут, пока что стрелять. Давай. Ты можешь и лево отсюда накидывать, и право, если стоих, и лдхи постреляют. Потом откидывай, потом по ситуации будем смотреть, куда закрывать. Главное ваншот от бабахи не поймать сейчас. Ты куда, Серёг, сейчас станешь? No? No? Я сейчас сюда подъеду просто, пробую откидать. Окей, это очень привет стану. Надо чуть меня пропустить. Загружаем под калибр. Вон они летят. Две стейхи зажимаются. Не увидела. Две стейхи зажимаются, это хорошо. Да, хорошо. Я в свету был. Терпеть не могу стрелять по ебру. Чел на 2-6-0 поджимают. И леопард тоже на центре поджат. Я засветилась. Это ебарчик, скорее всего. Живем. 2 КДМ. Ну, они хорошо встали, вопросов нет. Нет возможности. Так, я, наверное, сейчас буду соткой пытаться перестреливаться. У нас все не так хорошо, да, они поджали. Причем большим количеством танков. Да, и танки с хуёвы. Я сейчас буду... Ты отстреливаешься от ката, я буду поджимать эту позицию. Я засветился. Вот там антикора, да, высвечивать очень сильно. Здесь ноль инфы от ЛТшки на этом фланге. Надо что-то делать. Хорошо. Так. Я сейчас попробую челику тоже дать на сотку. Здесь. Чел выходит. Вышел челямбус. На ПЗ-хе бортом фул. Не откатил. Окей. Мне 2-0 отжал. Мне 2-0 отжал. Сейчас 2-0 дам. Окей. Слушай, ну он что-то вообще прям охреневший, тебе не кажется? Не стахи прям еще поджимает. Ну, нужно будешь ты Алена зацеливать. Я, короче, одна. Да, я сюда к хэвику уже подкатываю. Я встал целью. Да, будь осторожна только. Я сотку подсветил и дали. Все, нельзя давать им тут душить нас. А то они что-то подохерели. Что-то прям совсем подохерели. Там сотку расфармили, 1300 на свету. Бабах, еще боимся. Можешь откатить вообще? Мне 26-й приехал. Yeah. Алена, ну раз... не можешь изменить? Ваш на КД, если можешь, укатывай. Там не уедешь так. Он прям агрессивно выходит, надо разменивать. Он от меня 20. В сейве просто выходит. А там меня паттон целит. Блять, как же заебал этот ЕБР просто. Артака, да? Все, живи. Ну тут сложно будет с ними играть, я откачу. Нет смысла байтиться. У нас на слив идет катка. Уезжай, Селик, вообще отсюда.
прям вообще. Вообще, знаешь, куда поеду? Я на первую, вторую стану сейчас. Что, не брать точно? Поеду, да, вы можете скоординироваться, что-то делать, я в городе постою пока. Знаешь, Лен, я пока встану вот этих контролей. Сорта должна их душить. Тут очень нагло 10 тысяч миллионов раз катается ебра, я не могу по нему попасть. Блин, ну у нас арта херово стоит. Если бы она стояла вот здесь, вот она бы уже закидала бы этих типов, которые стоят в открытом поле. Не светились две бубахи. Антикору нельзя? Не вижу. Вставляется. Я как дебил катаюсь. Но у меня тут забрали типа последнего. Тебе тоже немного задним дать? Да я тут еще, если что. Они тут шотные дать. Апар тоже шотный стал. Блять, как же, какая у них арта классная, сука, блять, вот здоровье нахуй, типа. Вот просто вот у нас куски дерьма ебаные на артоводах, которые не могут убить танки вот в этом поле стоявшие. А у них, блядь, челик закидывает даже, блядь, какую-то хуй пойми куда закоулок. Это очень хуёво. Так, ладно, 1-6, это на слив, нам нужно фармить очков просто и все. Ну как-то, каким-то образом фармить, что, я не знаю, что еще сказать. Все в дерьме, силик назад по-любому. Да, и бра бы подснять было бы неплохо. Хорош. Арта хоть кого-то убила. Уезжайте на кимпу, наверное, там. Сюда. Можете уехать на кимпу? Да. Я уеду сейчас в момент, да. Прям уезжайте на кимпу. Бросайте этот фланг. Ой, Алён, давай приезжай сюда. Там, короче, прострел. Леон есть этот. Можно убить леопарда, можно убить леопарда. Окей. Отлично. Надо попробуй, Алён, попасть. Не попала по манте. Пробуй, еще забрать. Пытайся потребоваться. Надо его попробовать забрать. Не попал в броню. Пытайся. Найс. Хорошо, забрали его, это отлично. Леопард, не видишь? Все, уезжай. Если не видишь, поезжай. Уезжай. Я не такая быстрая, как кажется. У нас нет вариантов других. Нам нужно нафармить очей. Леопарда вижу, свожусь на него, секунда. Ты тоже видишь? Хорош. Куропатика видно будет. Светило вам. Пытайся давать. Алёне надо будет где-то здесь оставаться, она должна нам как-то пытаться подсвечивать. А мы с тобой дальше проезжаем наверх. Я КД нажал, я уезжаю наверх. Вариантов нет. Отлично. И надо будет. У нас мазикура есть, мы теперь можем камбэк. Нормально. Вот, ушко, сады. Ушко едет. Алён сразу в сейф там в губах. Я пока не свечусь. Смотри, у нас сейчас ушко подъезжает, ой, точнее этот. Мантикора подъезжает, и просто разменивайтесь, просто стреляйте. Еще можно нормально выиграть здесь. Да, можно попробовать. Мантикора встала, она сейчас точно будет людей ошибаться. Мантикора, все, давай, только не засветись, главное, 400. Я заряжен. Ух, бля. 3+. А мы полностью видим это все? Вот не видно. А, вот бах. Вот чел, давай. Свожусь на нее. Тоже свожусь. Хорошо. Алё, надо забрать. Алё, забери. Одну секунду. Отлично, хорошо, умница. Найс. Еще. Готовимся. Опять посвети, чувак, я тебя молю. Трое встало. Ё, ушко сейчас законтрит. Бабах. Я не успею забрать. Окей, Лен, забирай. Хотя, забрал бабаху. Хорош. Еще двое есть. Может, мы сейчас вдвоем поехать и бороться в бушку? Едем. Там 13 секунд. Съехали. А я уже все. Алена, оставайся. Алена, стоп. Ай-яй-яй. Вот танк, надо помочь. Патана. Не вижу патана, вот, вижу. Хорош, унесу. Мне нужна помощь. Он сейчас, если будет выкатывать, я его вижу. Каток дал надо дать.
Бабах КД дальняя. А, там еще бабах, аккуратнее, аккуратнее. Бабах. Она КД бабаха. Артан начал тушить. Мне нужна помощь, или я умру. Давай Люну так вот. Давай быстрее только это делаем. Зацелил, попал. Вот чел. Добрал. Хорошо, найс. Ну, живи. Я постараюсь, там 2-6-0 КД. Заберешь? Да. Хорошо, живи за домиком. Живи, арта КД у них. Одна у меня один снаряд. 2-6-0 там, арта КД летит какой-то. Это по тебе. Я могу подъехать. Где 2-6-0, тыкните точно. Я точно не знаю, он где-то там не стоит. Алена, падай вниз, падай в яму, падай на воду. Сейчас на тебя посветит, зацеливай. Просто падай вниз и вот отсюда выходи. Очень осторожно. Бабаха там же стоит справа. Сейчас. Я думаю, он где-то слева стоит. Я думаю, он где-то вот возле этого здания. Нет, вот он. Видите его? Видишь его? Вижу. Очень плохо вижу. Он за трупом. Подожди, не спеши. Фукасик, можешь туда? Хорош! Тихо-тихо. Можем подождать 40 секунд? 40 Алена, секунд. А может ее за артой справить? Давай, кстати, это... вот это отличный вариант. Ты вот пусть летит, вот так вот лети. Угу. Если только развернусь здесь, чтобы выехать. Только... Бля, стой, подсветишься, сейчас подсветишься назад. Мне просто здесь нигде толком не выехать. Окей, оставайся тогда. Здесь же нет выезда, кроме того. Я уеду за артой. Тогда можешь сироп ты давай. Она КД, бабаха КД, Пробуй от кустика, пробуй чекай. Если что, или право уходи просто, уходи сюда вот, если можешь, время есть. Давай я буду ее чекать от того кустика впереди. Окей, зацеливай ее, я погнал. Я тебе целю, 5. Арту инфу сразу говорите. Смотри, аккуратнее, тебе могут высветить. Светишься? Нет, свечусь. Она сейчас даст по мне, интересно или нет? Она дала, она КД 354, я еду. Еду. Она здесь стоит. Арта КДшится. Короче, арта... Еще одна там. Вот тут я где-то была, не да? Не рискуй, не рискуй. Арта меня просто забрала. Откуда? Еще есть еще инфа? Так примерно там же, где и была. Ну, меня, наверное, 92-я забрала. Не-не-не, по второй нет. Короче, зацеливай, слышишь? Я целю, я стою вот это под кассой, чё. Не есть смысл за артой или лучше на бабах? Она как будто не в кусту, а ты можешь там вот так вот просто поехать? Она на запад стала. Готовься, сейчас буду свет давать. Давай. Жаль. И сразу же подрывайся на захват лети, понял? После того, да, на 4 минуты. Я тебе сейчас дам свет. Силик, 8к отчей, красавчик. Тут надо победку я делать, вот сюда ребята, надо. Я мне дом мешает, сейчас, секунду. Он поехал. Он бортом. Я убил. Он бортом. Я убил. Хорошо. Я на захват еду. Поехал на захват, да. Арта здесь. Меня... Арта у меня, я закрываю, да, я закрываю. На горке. Стоит с тобой поехать на всякий случай? Нет. Захватить. Нет, лети гору. Окей. Она очень быстро. Не успел свестись. Фух. Жаль, что я не засветила бабаху, очень плохо. Надо было потерпеть немножко, мне не хотелось терпеть. Тогда я на базе перехвачу ее. Если он так сейчас прямо не поедет. А, ну у тебя поехал, отлично. 300 дал. Пойдет 300? Да. Это лучший выстрел был от артиллерии. Молодцы, ребята, ебачим его. Это Мантикория, спасибо. Боже. Да. Если бы не было она... манты, да, мы бы здесь встрали. Она просто на подсвете там очень много сделала. Господи. Еще повезло, что у меня по ушке тычки залетали. Там у меня же эти кумысы, а там заборчики. Супер херово стрелять. Хороший ли он? Молодец, хорошо сыграла. Не, красавчики, вы прям хорошо надамажили. Мне тут так и чисто на подсосе. Реально, там четверик дал жестко прям. Слушайте, а хуже рабочий агрегат, смотри. Ой, 2-6-0 это просто ужас, чуваки. Это вообще просто такая, надо мне выговориться срочно. Ну просто, ну ты понимаешь, у нас ни одна арта не стала, чтобы заваливать 2-6-0. Он стоял весь бой и всех уничтожал, там просто унижал. А у них челики стояли хорошо, блин. Это вот проблема была очень большая в этом бою. Ну хорошо перевернули, пойдет, по идее. Плюс-минус. Я выехала еще 2-6-0, только ты подарила. Бляха.
Я еще в самом начале насосался жестко, но главное это, не дельтанули. Нет, да, спокойно доиграли. Нет, тут типа все понятно было. У нас тут единственный вариант был, это просто поражение, нам просто настрелять побольше. Все, мы постарались настрелять, повезло мантикора нормально. Я думала, пизда будет. Все. Там еще повезло, что-то они съезжали. Ну, они хотели, как я понимаю, поддобить все-таки. Ну, конечно, всегда. Если ну, бы, видимо, если да, манта умерла. Если бы они не поехали бы добивать, то они бы выиграли бой этот изи. Мы бы просто не смогли столько танков убить так быстро. Просто количеством. Так, я сейчас по сайт гоняю и приду. Да, слушай, давай, я тоже. Сейчас приду, часик. Так, ну я вроде тут. Так, я тоже тут. Что, все готово? Нормально все? Заряжены? Да, да. Мы можем делать, блядь. Главное не получать сильно. Мы вот вначале получали от этого 2-6-0 бедного. То есть там получилось как момент. Силика выходит 2-6-0, он должен был сказать, что он КД, ты должна была в этот момент выйти и дать ему тычку халявную. А получилось так, что он тебе дал, Силик говорит, я вот что-то там получил, ты не понимаешь, что делать, я тебе говорю, надо выйти дать тычку, ты выходишь а вот тогда, знаешь, когда он заряжен. А я не могу ему дать тычку, я сначала вышла, и он полностью у меня за этим, за трупом сидит. После того, как он стрельнул, можно пробовать подловить его. Либо щеку, либо командирку там. У тебя есть там 7 секунд, чтобы попробовать что-то влить там. А ты уже вышла туда, когда он уже зарядился, и еще раз получила. Я один раз от него получила, и больше не вышло. Все. Мы как дурачки, блин, выходим и получаем под его КД. Это 2-6-0 вообще там нажрал, по-моему, целую кучу. Из-за того, что у него труп был. Пиздец. Он там 6200 из-за этого настрелял. Я только ему тычку подарила. Готовы? Вы готовы? Настроились? Вообще все, заряжены. Давайте ебать. Надеюсь, не ебашится. Что не нас будут ебать. С девяточками. Девятки. Первый раз, по-моему, да, девятки? Да, только тут все кобры. Ну я, наверное, туда поеду, или ты туда поедешь? Да не, Силика, наверное... Проблема в том, что в городе, скорее всего, нифига не будет, будем честны. КПЗ и Харина только могут подъехать, да? Не факт, что даже приедут. Тартоиз, может быть, Яга, но это вряд ли поедет. Я предлагаю лево все-таки бросать все равно. Давай ты сейчас сюда лети, отстреливай так же. Мы город занимаем быстро, прям занимаем. Потом, если что, Силик с Аленой, вы просто вернетесь обратно. Просто в моменте вернетесь, если что. На деф. И все. Наверное, бросим. Можно, конечно, было бы разделиться, сейчас тебя кинуть влево. Ну, бля, я боюсь, что тебя там унесут. Они унесут нахрен под двумя артами, там будет жопа. Поэтому я бы все-таки сделал так. Сотоварист почти не хотят ехать. Ну, скорее всего, в городе ничего не будет. Ну, логично. Ладно, мы, по идее, еще сбивать-то сможем. Рушка целит, поэтому, возможно, что-то еще засветится. Ну, вернее, осветит. КПЗ, нормально, отлично. Нормально подеремся чуть-чуть.
Четверка. Не, нормально, нормально. Ох, а, нормально. Мы, кстати, вдвоем будет. Четверка будет далеко. Давай дальше не будем проезжать, значит. Они застопорились там. Ты нормально, ты сейчас дашь сюда тычки. Давай спокойно. Не стесняйся. Я тогда здесь не стесняйся, халява едет. Очень много танков по итогу здесь. Это хорошо. Батчат еще. Бат проскочил. Да, да, пока я от КПЗ отсейвилась. А я... Надо еще будет сети тебе что-то давать тычки. Телек живи. А, блин, пока переключался, короче, снаряд не дал бату. Надо пожить. 12 КДМ. Может откатить назад чуть-чуть. Если душат. Что-то две рты задушили. Если что, Лена, тебе нужна будет твоя помощь здесь. Если, если что. Что не умираем. Что-то мне кажется, что Е3 меня собрался бежать. Давай, давай, давай. Против Е3 на меня цели. Да, Е3 КД. Я пробую дать тычку, подними пушку. Бата за целью может выйти сейчас. Я чуть дальше. Можешь, да, да, можешь нормально встать. И зацелить просто. Их тут много. ПТшки приехали. Их очень много. Нам нужно здесь будет выиграть обязательно. Имею в виду, тебе нужно будет что нам помочь, если вдруг нас будут пушивать. Да, у нас прям все сейчас будут чуть. На том фланге вообще никто не светится. Там пассивно, скорее всего, играют. 28 тебя целит. Тебя и целит. И Е3 меня целит. Окей, у него две отметки. Арта, следующий. Бляха, мне твой... А, бля, я долбоеб забыл сказать, что надо еще. Так, ладно, окей. Живем. Сколько ДНИ не слышал? Е3, Е3. Кобра, Кобра, все впадает, Кобра. Я вижу, я на катке. Короче, мне два каточка дали. Я увидела, что он приехал, но не смогла уже сюда. Я сейчас попробую, давай отсюда. Знаете, почему я выехала? Я подумала, да, что этот Е3 откадешился сюда, кто-то тычку кинул. Я подумала, Е3 отбахнул тычку. Нельзя было надо выходить, играть. Получать. Угу, конечно. Постараться. У нас четвертый, у нас пятый еще есть. Как будто бы. Да не так, втроем просто вытыкать. Еще 20 секунд. Окей. Рина будет, Ринчерон-то поехал. Здесь 4 умер. Блять, а вот это хуёво. У нас чел сзади. Я на него. Чел, давай, я давай. Давай. Давай ему тыку. Тыку даешь? Бля, я ему тоже дам, конечно. Бля, я поспешу. Бля, я развернусь на КПЗ. Кобра сюда едет. Кобра летает. Бля. Ну еще одна. Что она? КД, она КД. Кобра КД. Окей, я заберу риноцеронтика. Он уезжает. Я забираю риноцеронтика, я не у нее КД. Бат летает. Просто пиздец. Бат мне одну дал. Две дал. Он стоковый. Это мне 268 накидал, это пизда. Значит, мы очень сильно поспешили. Да, у них толпа здесь приехала, они меня только клещи взяли. Не убежать было. Хуёво, очень плохой бой. Ладно, что поделать. 8000 очков бой, к сожалению. Карта еще так жестко душит. Все ПТ-шки в город приехали. И Тардоис, и 268. Только 263, 268 еще один приехал. И Е3. Я выехала, удивление, потому что я подумала, поехали. Что Е3 КД. И получила от него тычку. Думаю, что здесь вообще никого не будет. Тут здесь все. Товарец, там нам просто надо было уезжать. Играть. Наверное, когда я просвет дала, нам надо было разворачиваться. Что сюда так много едет. Ты просто смотришь в моменте, там С4 едет, идет С5. Потом смотришь в другом моменте, он уже умер.
С Нейси четвертым. Ему там, по-моему, кто-то поджог дал. Вроде он горел. И он очень сразу сильно насосался. Ну, у нас минотварь, если бы поехала, может быть, так просто не прокушали, не наглели. Просто супер нагло. Они это не вытащат, понятное дело. Здесь хоть усрис не получится, потому что у них ЛТшник живой, плюс у них фуловые, еще не светившиеся Яга и 103. Вот. 263 почти фуловый, 268 почти фуловый. Это поц на фугаске. Пытается. Надеюсь, тебя рта чпокнет. Плохо, плохо. Сегодня пошло вообще ужасно все. Еще кто-то едет к нему. Может, 8 психолог летает. Ну, очень нагло мужики играют. Реально закон. ПТшки у них играют. Они перекатывают, что-то делают, наши стоят. Это можно было бы затащить, если бы у нас так не стояли танкисты. Танкисты. Я, короче, расстроился, потому что я на двух каточках уже ничего не смогла просто сделать. По-моему. Да, давай, Эстерва, засветись сейчас. Да, он засветился, ребят. Да вы же сейчас умрете. Як тигр там стоит. Ну, смысла уже какого-то, конечно, им сейвиться нет, они шотные, там очень много флотов. Да? Только бы затягивать. Эх, ужасный. Если бы я хотя бы еще перед смертью тысячу дала, хоть бы, чтобы 9 плюс-минус тысячков было. А, на похуй, ребята, еще есть 4 карты. Да не, не похуй, нихуя. Решение приняли неправильное. Не, ну это понятно, что уже... Типа... Постфактум тут... Тут надо было, блядь, походу реально съебывать. Я не знаю, у меня личного опыта не хватает, чтобы поделиться, блядь, что тут они полностью всей команды так быстро запушат. Я такое, блядь, либо не видел никогда, либо, блядь, у меня такое было один раз за все время. Я не такого знаю. Не могу предугадать. Тут просто, типа, понимаешь, ты порой можешь реально съебаться, а в итоге у тебя, может быть, бой будет еще хуже. Ну, понятное дело, что хуже этого боя не может быть ничего, но сам бой факт... на 3-качей может быть, ну, типа... А в итоге, если бы они условно там сами ошибались, потом ехали, мы бы их принимали. Мы же не знаем, что они возьмут просто в порт. Мы же не знаем, что нас из 4 возьмет, умрет. Мы же не знаем, что у нас 95-ка тоже ничего никак не поможет. Мы этого не знаем. Так еще не повезло с катком, с этим. Так бы я хотя бы немножко подсейвилась. Он бы, может, уже и так и не наглел. Но у нас мало прикрытия было очень сильно. Там я по карте, когда посмотрела на следующий танк, не было никаких. Дедулька. 95-очка с одной тычкой. Ну, сервер пожил, раздал. Телек тоже что-то раздал, а я вообще нифига не успел поперекатывать, и одну тычку потом поэтому присунула. Мне надо было, пока кобра не поджала, вот реально просто от Е3-го отсвечиваться и уходить, и все. Ой.
кринж. Не раскисайте, у нас еще есть 4 попытки, ребят. 4 попытки на хороший бой. Доигрываем, доигрываем. Не, я буду стараться по максимуму играть каждую катку, даже после такого говна. Нет шансов по-другому играть. И желания тоже. Ладно, погнали. Надо дайте, стараться. Типа, тут просто фул наш проеб. Просто фул наш проеб и все. Да, обосрались, типа. Хороший бой мог быть. Первый бой с девятками. За 11 каток был. Мураманчика. О, карта сложная, пиздец. Ты, Серёг, куда? Тиран? Налево? Я думаю, я налево, да. Лен, давай сюда поставим сначала. Ты можешь вообще в центре поиграть, если хочешь. Просто под монастырь подъехать? Ну да. Стрел, тех нету. Опасно, да. А что делать? Борется какая-нибудь. Ну смотри сам. Можешь не играть, можешь постоять пока АФК. Не, я хочу. Давай заебали, дай. Ёб твою мать. Не проехать, не пройти. Сюда никто не едет, это опасно ехать вообще. У нас тут три калеки поехало. Посмотрим. Ну смотри, если что, уезжать будешь оттуда. Вот их нету, не пересветит. Они могут внутрь заезжать. Меня здесь засветили сейчас. Плохо. Да, уже упашет. Коли 10, так. 261 в яме стоит, ВА-3. Сейчас что-то подсветится, вон чел едет. Нормально, они не заедут сюда никак. Они АФК стоят. Вон, конь есть. Вот КС-ка. Еще и бабаха, бабаха ПДМ. Да, еще и бабаха. Нормально, им там напихали. Надо ближе подкатывать. Очень много на первой. Возможно, еще хейк. Я чуть ближе подкачу, так леопарды плюс-минус. Рожета в поле стоит. Ну, они АФК. На первой, второй, третьей линии в основном. А ничего не летит в меня. Арта вот здесь стоит. Хороший, да? Стучал на бабахе, нажимают. Они не светятся? Ебать, его разорвали. Да, хорик шотный. Короче, я перетягиваюсь или на твой фланг. Угу. Я пока не знаю сама, правда, что тут делать, и не светится нигде, я стою на горке. Ну, стежами поедешь, запушишь. Поедешь по стежами, нафармишь там урон. Там уже КПЗ был ХП. Вот, СТБ, смотри, в поле. Он СТБ-ха. Две арты здесь. Одна арта вот в этих кустах стоит, если что, на 5. Угу. Спасибо огромное за поддержку. Хорошо. Е4 нашел. Е4 КД. Я стреляю по нему, скажу сейчас. Попробуешь добрать? Идеально. Если сейчас залетит, тычка заберу. Меня залетело, пойдет. Угу. Я КД нажал, Алён. Я откачу сейчас, если он сюда. Только ТВП не бед стоит, стоит тоже. Будет инфа по ТВП, скажите. На фраг сделай, я не бью кого. Хотя, наверное, пробуй здесь или он жить. Я сейчас у меня 30 секунд. Я он пока не осветилась. 140 у нас подкатывает.
Он ТВП у нас, Алён, аккуратней. Аккуратней, Алён. Угу. Я в него сейчас буду раздавать. Он на катке. У меня 10 секунд. Он походу КД. У нас все закончилось. Не знаю, где он отсветился. У нас турбач. Кевик на катке. Я свету мне попробую дать еще. Кевик минус один. ТП-шка он светится. ТП-шку не вижу, к сожалению. Пф, понял. С ТБ ехал. Кевик минус два. Я сейчас выйду, доберу. Так, ну я на каточке пока, но я не светилась. Хорош. Там Минтавр минус один. Сейчас бы тебя мог минус взять. Я уже дал. Я буду немножко нагреть, потому что мне другого варианта уже нет. Да, надо. Попробуй вам дать. Мина бортом. Я КД. СТБшка там КДшится. Я ее не вижу. Можно было больше здесь сделать. Мне не попало. Ладно, победа. Чисто пиксель какой-то был. $13,400. Хорошо, хоть победный бой. Здесь можно было больше дать, я побоялась, вот сейчас стычка у меня не зашла по 140 с углами, я там случайно наехала, не дала. Так можно было его подфармить еще. Я побоялась, что меня минотварь сейчас бахнет, поэтому не так нагло выкатила, как могла. Боялась отлететь. Так. Еще три боечка, надо постараться хорошо отыграть. Как вы? Нам еще три карты надо сыграть. Ready? Я да. Да, поехали. Все, сервер в тильте. Интересно, после какого боя? После прошлого или еще раньше? Я слышу этот голос, как в наших отборочных. Точно такой же. У меня что-то сегодня глаз так чешется, кошмар. Я не могу, прям он меня вымораживает. Капли не помогли. Две арты, куча ПТ-шек. Бэшка. Боже, две бабайки. В целом. Е3, Е4, ужасный. Плохой стамп. Карта в целом. I don't know, где мне здесь поиграть толком. Я бы хотела как поиграть... Как, Алён, спал, там слово вывезешь? Да я вот не знаю, стоит ли так далеко втягиваться. Да пусть, не, пусть тут поиграет пока что. Угу. Тут я Пит посмотрит, думаю, что вот кого. Тут, вот тут. А я налево сразу лечу. Извините. Слушай, там тяжело медленно, я тогда останусь, может, тайпад кидаю. Если он туда поедет. Вадик там светит. Взвод, скорее всего, здесь будет. Леопард уже едет. И сто у нас. Maybe. Сальнес поджимает, кстати. Так, тут бабахи, я не особо хочу. Хистешка согнал наш ульт. Тайп на кипе. Слушай, ну они тут не хотят даже ехать. Им пока что все равно. Тут АФК. Ничего нет, все что. Угу. Ну,
Тяжело, Ален. Давайте вот здесь вот. Здесь, короче, попробовать. Да. Здесь у меня кони не поехали, поэтому я тоже далеко не еду. Я сейчас попробую здесь с кем почитать дать. Если не будет подставляться, конечно. Ну, тайп здесь был. Да, все у вас. Они по низу собираются ехать. Там два супер коня, там просто отстреливать нужно будет. Я просто пока нигде не могу дать. Хорош. У меня пока ноль урона. Млеха упала. Угу. Бабахи, походу, когда я по суперконю не понимаю, как фугасы не зафигачили. Ну я поехал, блин, поджимать. Бля, и чел поехал, сука. Там бабах на респе у них стоит. Да. Млеха уехала. Да, да. Здесь бы поддавить, но у меня суперкони просто боятся. О, класс, бабаха блайн дала. Спасибо, что он 1100. Спасибо, что живой. Угу. Тут нехуй делать просто. Это какая вообще. Гена? 40.05. А, обе КД. Обе КД. Они из какой-то ЖД херачек. Тайп выходит, цель его. Они там уже проходят свой фланг, а у нас тут конь просто стоит. Там и на такой заряженный типок. Я смотрю, стоял. Я, может, тайп удал, не факт. Мне надо уже что-то делать. Секунд, как думаешь, он выживет? Я вот сейчас 40 секунд еду, могу в него влететь. Рина? Да, да. Ну, 5-5 живет, я не знаю. Короче, у меня тут какой-то стоял, я не знаю, куда переезжать, чтобы хоть какой-то урон давать. Живи, самое главное там. Потому что еще. Ну, походу он не выживет, у него едет. Ты запаймешь много. Походу да, реально. Хочу к тебе туда, ты в тайпа. Мы его тоже убьем. Центр надо ехать. Вот что мне здесь сделать, блять? Я не могу поехать на тяжей в соло. А в центр лететь. Быстрее причем. Вся основная масса, первая-вторая линия. И все не в базе. Я тут просто пробую пропылесосить немного. Откуда? Он где-то стоит либо вот здесь, и это второй блайнд. Я уже позицию поменяла. И он второй блайнд мне прислал. Он тоже без. Давай, будем месить сами, как пытаться что делать. Пиздец просто. Нет. Я в Е3 буду. О, тут чипок приехал. Я 21-го. Блять. Тут бэшка. Сука. Пиздец. Просто два блайнда, бэшка, бабахи. Бэшка. Пиздец. Я сегодня уже ловила ваншот от бабахи, спасибо не на турнире. Но сейчас вот эти, блядь, просто два блайнда, это что-то с чем-то. Зарешали, пиздец. Просто зарешали, пиздец. Я мог суперконь светиться, я могла получить тычку за суперконя. Победный бой на 9000. Господи, какой же лютый кринж.
хочет не фражгом, хочет урона 800 дать. Просто супер кони не поехали, я на фланге разыграть ничего не могу. 10-800. Бой победный на 10-800 очков. Чуваки, возможно, мне блант есть. Я тоже блантила, но вряд ли я попала. У меня тоже один блайнд по 40-5. Блять. Че ты, Серега, не хочешь на фашай сесть? Или 2-7 нормально заходит? Слушай, я мне все равно, я могу поиграть, если хочешь. Нет, типа, у меня фаш заходит. Не, мне типа все равно. Да тут без шансов. Ну, типа, тут, чувак, тут 2000 среднего, да, просто доиграем и все. Типа, на чем хочешь. Я могу, хочешь фаша могу доиграть. Давай так доиграем. Типа, просто доиграем и все. Фух. Тут, типа, ничего не изменит ситуацию. Химки. Концерт, леопард, паучка, скорее всего, все это будет на горе, возможно, фош, СРВ, еще какой-нибудь хэви, поэтому я точно еду на гору. Я на ЖД поехал. Я на горку. Сейчас посмотрим. У меня нереально херовая игра пошла, так что, я думаю, смотри, не смотри, результаты тут уже понятно. У нас были классные бои, но их было мало. Со мной не так много танков едет, надо быть аккуратным. У нас тут 4 тела. 5, вру. Нормально тогда, на направлении 5 танков. Короче, сейчас стану тебе гору с царя. Чё он вам проезжает? Хэвик, слушай, уезжает. Ушка не значит, здесь. У них нет никого. У них, возможно, либо они на ЖД, либо на горку едут взводом. Потому что 4 из 4 по ходу. Ну, они, скорее всего, на горку едут. Потому что у нас будет ЖД их высоте. Всё, у нас челы просто поджимают уже банан. Семь на горе. Экран тоже здесь. Камон. ТП-шка. ТП-шка не стрим? Когда? Опа, челик. Гоняет на леопарде. Бля, уже там на горе. Пиздец на горе. Походу пиздец ко мне. Успеешь откатиться? Успеем. Пробуй за углу. Я в принципе укатываю. У меня 20 секунд. Ты можешь смотреть там с рельефа, поразменивать их, потом уехать. Потому что они подставляться по тебе будут, здесь это рельеф. Типа. У меня 8 секунд, я сейчас вот буду выкидывать торпеду. Нельзя. Мне нельзя, я сейчас отсосу. Фаша сейчас еще добьем. Я фаша добью. У меня больше нет. Я могу в него втрайнить, все втрайнить.
что они стопорнулись там жестко. Что-то они так жестко стопорнулись, я уже далеко отъехала. Я на ЖД перекатываюсь сейчас. Я попробую бабаху убить. Не, ребята, они просто там стопорнулись. Жесть. ТП уехала. Они на базу оттягиваются, похоже, с горы. Да, там много кто уехал. На тебя смотрит, Алина. На веточку, да ладно, он минус один. Минус два. Пробую забрать. Стерва с горки дает. Хорошо. Заберу секунду. Угу. Кран возвращается. Можно смотри, а сколько за полик? Две, у меня две. Можем мне взлететь? Парм, что ли? Улетай. Тут СТРВ сидит. Чел стоит на сверху. Так, ну дал только. Две. Минус две. Тут не видно. Походу, когда я у него стол. А. Всем куда? Поезжай, поезжай, поезжай! Бля, я не успел. Ну забей, там чел. У меня в этом бою тоже все по пизде. Парик, ну ты, конечно, наклеишь, как мразота, прям нереально. Серьезно, ты отсосешь, как только я приеду. Сейчас, не спеши, давай я первый. Я сейчас под горку подкачу сюда. Я без быка еще 10 сек. Мне скорее базы хватит. Телек на фаше суперски отыгрывает сейчас. Да, не захватит, никто не хочет съезжать. Опа. Мана, плюс три качи. Просто какой-то пиздец. И они с горы не уехали, понимаете? Они там застопорились. Вот вопрос, если бы я осталась на пригорке, я дала бы этот урон или нет? Или меня бы снесли? Просто прокаталась по карте. Хэвику одну дала в итоге, потому что стерва там с горки начала наваливать. Хэвик вообще с вертухана по мне стрелял. Просто кринж. Так, ну я думаю, я завершающую бы на фошке все-таки позарядил бы. Хочешь на фошке, да? Ну, чисто такую завершающую. Давай, давай. Смотри, смотри, фошек, смотри, как разрывается. Похоронную. Чисто так. Это вообще красавчик. Размяться. Че, нет? Чисто на релаксике. Ребята молодцы. Хорошо отыграли. Кстати, танки у меня довольно хорошие. Центурион вообще классный. Ничего, это просто... Ебать, релакс. Ты с техами. Много стех, блядь. Вот, бляха, муха. Надо закапать класс. Мне, походу, уже блестки в глазу с этой кофты. Ну и Маус из хороших новостей. Ты реально кормишь жестко. ТВПшка, две штука. Прога, леопард, 32. Ну, слушай, я тогда сразу прилечу. На нулевую. По идее, не должны откидать. Бабаха крин. Я попробую вот здесь где-нибудь тусоваться. Блин, может заехать туда внутрь прям сразу? Или это плохая идея? Куда? Я думаю, прям на нулевую. Так, я говорю, я сразу еду. А я вот успею или нет? Ёп твою мать. Сука, прикинь, об домик поскочил. Просто поднялось. А 2-4 он не успеет там? Что, ну мы, реально, мы реально быстро должны проехать. Вы, да, я чуть-чуть врезался. Опять? Нет, там только один. Вот он меня сильно застопил. А, все-таки стоит, я же говорю.
будет. Это его единственное, я боялся. Ох, сейчас выдадам. Что-нибудь да выдадам. Смотрю, ну, молодой стоит. Не попали. Там неудивительно, хуёво выстрелил. Разворачивается. Бабах сюда смотрит. А нет, не смотрит. Ну, я пока осторожно очень. Там же Мэвс. Я не агрю. Бабах не агрю. Че он Маус делает? Погнал, он погнал к нам. Чел едет второй. Кого будем давать? Ёп, я Маусу все отдаю. Давай, или того. Маусу. Я уже Маусу дал. Может дать Маусу? Ты издеваешься на своем 32. Будешь катить или нет сюда? Давай я заберу сам Маусу. Давай. Во, клоуны, блин, вот что вытворяют, а? Да это забей. И просто ля что делает. И угадаешь, какая альфа вообще или костного вышла на 770 опять? Нормально, я не удивлен. Как тогда на Берлине? Иди нахуй, ты мне еще будешь давать. Абаха даже не смотрит на тебя. Не, она не смотрит вообще. Да, ей пофиг. Я ее заберу. Давай. Вот это еще пушка мешается, микс наш союзный. У меня в него альфа не вылетела. Он заколдованный. Всё, этого не хочу. Свожусь на него. Хорошо. Я в ТВП-ху. Мони пробьет все тычки. Хорош. Что остался, молодец. Нормально ТВП-хич делает грязь. Я ЛТ-ку, наверное, подзаберу. Ага, окей. Такой турбачок неплохой пошел. Заряженный. 6-0. Не, ну там Маус, конечно, фул отдался. Я что-то не понял, конечно. Да он добрый, говорит, ребят. Держите, все для вас. Слушай, ТВП-ха-то уехал понизу. У него рта 500 дала. Перед там 26 смертью. Мощи есть. Он уехал, да? Капец, он что вытворяет? Он разбился. Переигровка. Бля! Да сука, я не могу ни в кого попасть. Убить бы ебра, можешь убить ебра? Я кдшнулся только что, бля, сори. Не полетел ты-ка. Попробуешь или ночью? Сейчас я прокачу так, что он просто сейвится от меня. И перекатывай, он дальше за угол заезжает. Похуй тогда. Не залетела, пойду ТВП-шку внеси, попробуй. Да ёбаный, ты, блядь, по голове. Не успела откадашиться. Сейчас попробую этого забрать. Ебать, быстрее доехал, чем я. Ой, 15 позорных боев отыграно. 15 позорных боев отыграно. Да, да, да. Говорят мне в чатик, пишут, классно отыграла, не переживай. Классно отыграла, блядь, классно отыграла. Да так классно, что даже средуху смотреть взглядеть не хочу. Там ясен хуй, что мы проебали. Просто я даже смотреть не хочу, пиздец. В ОБС-ке там по-любому показывают. Молодцы, хорошо сыграли, в принципе, далеко прошли. На этом наши силы закончились, видимо. Видимо, мои закончились. Спасибо вам за игру. User in your channel stopped recording. Да, взаимно. Сори, у меня сегодня вообще никак не шло. User in your channel stopped recording. Мы, наверное, говорите, знаешь, Аля, не повезет в игре, повезет в любви, возможно. Ну, или в жизни, я не знаю. Фильме тут повезет. Не, реально, спасибо за боёчки. Очень приятно было играть. Ты такой, знаешь, на позитивчике.
Спасибо за поддержку. Было круто. Жаль, что мы дальше не пришли. Вот. Ой, там сыграла. Нет, я сегодня очень плохо сыграла. Прям. Но я не про сегодня вообще говорю, я в целом говорю. Спасибо. Вот особенно вот что стоит тот Сталинград, где ты выиграла. Ну вот это же капец, какие эмоции были. Я уверен, ты таких эмоций еще не испытывала. Ну, конечно. От игры именно. Что, спасибо тебе за игру. Взаимно, взаимно. Бэ-бэ. Давай, пока. Так, ребята. Короче, Sound muted. Ребята отыграли хорошо. Я отыграла супер хуёво, не знаю, почему так не пошла игра. Просто как будто мне негде было приткнуться, вот такое ощущение было. Вот. Ну а спасибо тем, кто в нас верил, спасибо тем, кто поддерживал. Да, даже спасибо тем, кто хуесосит. Вы делаете мне... Как сказать? Делаете меня сильнее, вот. Короче, не пошло, сори. Не знаю. Жаль. Жаль. Нет, ни один смотрел на игру, а не на сиськи. Всем приветики, ребята, сори. Надо будет скипнуть потом задержку. Вот. Ну, не пошло у меня от слова совсем сегодня. Жаль, конечно, что я отыграла как рукожоп, и мы не проходим дальше. Хотелось, конечно, пройти. Но отыграла плохо, танки были нормальные. И КС, конечно, это единственная стэшка, на которую меня обычно, в принципе, не идет. Но, знаете, чтобы на 2400 играть, это надо прям... Это надо прям постараться, как говорится. Это надо прям постараться. Мне стыдно за такую игру. Вот серьезно, я расстроилась. Я расстроилась. Вот, для ютубчика сейчас запись стопну. Покажу вам результаты. Опозорюсь дальше. Так. У нас 14843, у ребят 16469. У них хорошо ребята отыграли вообще. Классно, Глеборг там. Нормально на каске наваливал. У меня там, наверное, 2400... Да, 2400 среднего отвратительно пошло. Ребята, молодцы. Хорошо отыгрывали. Особенно у Силька там классные бои есть и на хоришке, и на фаше там вообще крутяк. Вот. Ну, нам не чутка, нам прилично не хватило. Хотелось бы пройти, конечно, дальше, но что поделать, проходит и побеждает сильнейший. Я в этом матче свою команду потянула, конечно, вниз, потому что сыграла крайне хуёво. Вот. Скажу честно, как есть, да? Вот, Силик вообще красавчик. Всегда старается подбодрить на позитивчике. Конечно, все мы понимаем, да, что, как Серый сказал, да нет, не похуй, но Силик красавчик, надо отдать ему должное. Он всегда пытался подбодрить где-то там, что-то подтянуть по моральке команду и еще классно при этом отыгрывать, вот. Я, конечно, расстроился. Да, Нидина вынесли. Я читаю чат в данный момент, который вы пишете на ВК Плей. Вот, просто у вас задержка стрима. Поэтому вот так. Все. Надо еще сегодня посмотреть, на самом деле, что там злая царица и за деньги, да, кто вылетит. И та команда сильная. Ну, получается, Див нас ёбнул. Вот так вот, такой итог.